else. Кажется, что все адекватно. Да. Не, у меня все нормально теперь. Да, тоже погрузилось. Да, потому что не Core i3. Лошара какой-то тебе Ryzen посоветовал. С учетом того, что сейчас они делают, я бы предложил лучше Core i3. Ну, седьмое поколение как-то пока очень странно смотрится. Надо стабилизацию цен посмотреть. И более базовые модели там нужно понимать. Но пока это смотрится пипера. Так, тут же, по-моему, никого не было. Чисто улыбаемся. Вначале никого? Ну. Вперед это В, бить это левая кнопка. Все. Хотел прыгать. Ага, здесь же должен быть амопак, медикпак. Да. Плюс с палочки. Это важно. Да, а, да, да, да. Где мы чаще всего издыхали, как собаки всю дорогу. Как, по-моему, мы на втором терминале чаще всего помирали. Нет. Типа сам. Воск, чаще всего палочки. Не, не в этот, нам не выйти. Пингую вам амупак. Ага. Чё? Нет, у меня сейчас нету. Ну да, типа, может, там где-нибудь радио нашел. Медипак, пингую. Там who let the dogs out? Ху. Так и чё, палочек не осталось? Я забрал. Это одни. Где ещё палки? Амопак сразу прожмём или как? Ах, це. О, я нашёл палки. Мы, по-моему, прожимали, нет? По-моему, да, на самом деле. По-моему, прожимали. Так, ну, давайте тогда... Кому тут, бля, подожди, пулемет, пистолет. А мне на раз можно. Давайте типа, у меня патронов нормально зальет. Кому там еще. Серёня просто 70 патронов сверху, здорово. Карабин, винтовка. Наверное, нет. Наверное, только точно. Давайте перчи еще, пир. Один. Себе заюзы. У меня еще два раза. Теперь один. Так, кому теперь, мне или Саня? Давай быстрей. Давай себя, похуй. Вы турели-то поставили? Ну, у нас две турели. Ваня с пенкой. А, Ваня с пермой, может, да. Подождите, может, короче, сюда поставить? На пол можно пип. Подождите, смотрите, подождите, может, сюда, короче, поставить? И одну вот даже. Одну вот. А. Ну, ладно. Да. Но я как бы я уже вхавал, после того, как мы вот здесь стоим, я просто тут же забираю турельку и ее наверх поднимаю. Все. Я уже так дважды сделал. Моя слева. Михина с ухода. О, еще. А, нет. Все, стартуем. Ну, да, Сань, подходи. Собирайтесь. Да, вниз в центр.
Кстати, если идите, там сразу летуны есть. Убил. Хорошо. Ударил. Да. Отхожу, отхожу, все нормально. Встал. Бил. Ползу, ползу, ползу. Наверх. Да, наверх. Давайте. А, нормально. Да это я тебя ударил разумно. Вот. Гуша. Влево идут. Еще выше. Мана я присунул. Сзади, 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 слева много. Еще один ползает под ногами. Бил. Ой, да, чекать тяжело. Большой. Живой еще. Кстати, еще, еще спереди. Нету никого в этот же момент. Окей. Так, ну что, пацаны, все супер битые, кроме Вани. Там же аптечка, там же аптечка, то есть. Ну. Зато с первого раза прошли. Что тут копия? Тут ничего. Да, а, тут... да, тут же была лока, где... Тут же аптечки еще, там патрон. Ну. No. Отмотайте там себя пока. У меня вообще ноль, я... Да, скидываем. Тут еще твой рефил есть, два раза. Беру. Амапак, да. И тул рефил еще один на два. А что сейчас-то где у нас? Тул рефил на себя, тул рефил на пира. Где пир? Под пир. Все, забрал тул рефил еще на два. Тут где кантамы? Это еще аптечки должны быть. Миха уже стоит. О, найс. Можно паркурить. Так, где? Где-то же здесь, прям в центре был терминал. Вот он, да. Вот, да. У меня тул рефил 2 здесь. Еще. Можно еще, короче, заюзаться. А я не знаю, зачем? Какой смысл? А чё? Это типа ресурсы на всю миссию, грубо говоря. Ну да. Оставим пока. Да, я предлагаю. Возьмите ставить там аптечку просто и все. Подлатайте, если это надо. Подлатайте. А у нас кто-то с патронами ходит? Ну я. У меня типа. На у тебя на раз самопак. На раз, да. Ну, нажми на меня и сходи и забери. Там же еще дальше аптечки и амапаки будут. Это понятно, но... Так, это обратно. Все. Ну, нам всех дор.
Вот на Bulkhead хз. На Bulkhead? Надо. Там смотри, блядь, там прикол в том, что... Ну да, 150-то надо открыть, чтобы открыть Bulkhead просто. Там вот забираем он. Батарейку, активируем дверь на втором терминале, да, около. Убиваем всех там, кто там есть. Активируем вентиляцию, идут уже эти вот мелкие, они как бы обычные, то есть... Нет, ну я правильно понимаю, то есть в первой нам тогда нужно забрать все три. Да, да, да. Это там плохо. Да, две из них поставить. Это плохо. И все. Не, я как бы знаю, где она находится, и терминал знаю, где находится. А там два веника. Да, тут много говна снизу. Можно, наверное, как бы... Ого, да? Окей. Я пытался. Они чисто Шрек киснул. У нас удобно будет турель поставить. Ой-ой-ой-ой. Лёг, лол. Сейчас все ляжем. Валик, бей. Я думал, вы турели там поставите. Блять. А я что-то подумал, что там их не так много. Я помню, что их было немного. Ваня, давай, живи. Ой, бать. Анька, 5 хп! Еще один? Где-то есть, да. Вроде все, больше никого не слышу. Хе-хе-хе, молодец, Ванька. Так, где Сидор? Снизу Сидор. О, развалился. Да. Все патроны тупо потратил. Ну, всегда мпак на разик. Боже. Вижу термо. Тут же дверь. Отличная нихуя в локации. Но, возможно, артефакт. Нет, тут, тут же, по-моему, в этой и дальше нету нихуя. Но там, типа, по артефактам можно поковырять, что надо. Ну, да, да. Тут на палочке. Анальные, блядь. Ебой. Даже две упаковки. Ну я это на Ксионе посижу. Что, открывай, что там, видел что? А, я помню. Ну, да, вправо. Да. Ага, тут много. Четыре, ваш. Давайте тогда, может, право зачистим или что? Сначала. Хорошо. Все, здесь типа прям в углу никого. Если только дальше. Агр.
еще агр. Да? Снизу. А почему вот... этот не сагрился? Убил? Убил. Чё? Ну да. Подожди, подожди, может просто расплавителем долбануть? Все. Да-да, я попробую. Я вот открыл ее. Да-да-да. Прям по тебе. Все, открываем? Да, давай. Какого он уже палочек накидал. Вот справа. Резко. Ага. На полу сидр один. Прямо. Ага. Бери того, который на полу. Пойдем. Еще, еще, еще. О, меня убило! Что? Найс, минус 20 хп. Ваня, ты один! Блять. А ниже процент дамажит. По-моему. Отличный старт. Мне нравится. Что-то мы как-то вообще не по стелсу идем, а что-то как-то, блять. Так, мне дико не нравится этот пистолет-пулемет. Какая-то вообще залупа. Мы хуйню творим, блять, а не по стелсу. Ну, блядь. Раньше мы по стелсу проходили или хоть турели ставили, блядь, а тут вообще нихуя. Ну, блядь. Нет, в первой комнате это нормально было, это правильно. Потому что там оставалось 3 копейки. Можно зачистить, в принципе, этим, блядь. Стелс на самом деле. Ну, блядь. Редит. Это пока отрью. Сидор, надо остудить пукан. Уже 80. Хорошо, идем, парни. Осталось всего где-то 30 смертей. О, Ваня, у тебя это говно какое-то на футболке. Протри хоть. Или подожди. Так когда там чек? Чек где-то был. После первых двух батареек чек был. Это о чем? А. Что, все? Стартуем? Oh!
тебе удобно. Забись. У меня вылетело. Заходи, пока. Слишком долго падали. А кстати, да, слышь, одно место пустое. В полете потеряли. Миха, ты зачем отцепился? Мы говорили, тебе надо пристегиваться. Эти ваши американские горки. Ну, бля. Да. Там, где ты раньше находил что-то полезное, можешь найти палочки. Сейчас скажут, что это бесполезно. Чудо, за палки и двор. Вау. Ебашил упло. О, медик пак на двоечку. Ну я правильно понимаю, вы радуетесь тому, что и должно быть. Да. Такое и было. Да. О, тул рефил на единичку. Ну тогда там 3-2-1 типа. Всегда так. Маразм крепчал. О, артефакт. Сказал человек, который забыл пристегнуться. Я же говорю, блять, маразм крепчал. А, я зато фонарик нашел. Да, по второму кругу в люльке катаюсь, нормально. Че, серьезно? Ну, да, опять спускает, блять. Найс. Еще с тремя какими-то непонятными пацанами. Лошара. А кстати, здесь еще тоже расплавитель есть. Чего я не могу его пингануть? Да именно. Найс. Ваня, подойди. А, че там? Лучший айтем в мире. Ебать. После это палочек. Это для тебя надо, типа, вскрывать эти вот замки. О, фонарик еще один поднимите. Ну. Все равно не умеешь им пользоваться. О, Миха прибежал. Он уже поставил. Я свой поставил. Единственное, не поставился, мы пошли дальше. Ну, отработаем. О. Так, Вань, на разик меня жмыхни. А, кто да, там с самопаком? А, нет, самопак. Жмыхните меня на разик. Это мне прям объективно не хватало. Вам будет без мыхнуться, блядь. Ну и дай последний этому перчу. Да. Меня вроде бы хватило, как бы, в прошлый раз более-менее. Эти нарколыки. Товарищ Михаил, 10% верните, пожалуйста. И там давай хацкая быстрее, блядь. Прям с дробовика в голову сейчас шмальнуть хочет. Он уже полетел. А что сразу идет? Убили? Какой хороший дробовик! Встаньте, кто не стоит? Сейчас уже инфекция пойдет наверх, разик назад. Пошла инфекция уже. Еще один большой идет. Наверх, влево, резко. Забил большого. Повыше.
говно пролезло, говно пролезло вам в центр. Я говно убил. Где? Я возрождаю, возрождаю. Все, поднял. Давайте. Пошла инфекция, да? Да. Резко наверх? Последняя зона. Летунов убейте. Убил. Еще один. Ой, много бежит. Вот, что потом там через пол. Тупо ноль в пулике. Да. Ой, а я турельку чё? Лекция, наверное, нет? Да не должна, она просто как бы... А пульс 160, например, показывает. И, кстати, да, у меня тоже дофига показывает. Их тут два должно быть, как минимум. Опять не вижу ящик. Ага. Хожу. Сразу, да, пропихивайся. О, рефил на 6, амбопак. Ага. Да, типа. Амопак на 4, амопак на 5, улрефил на 6. Да. Да 14. Тут их несколько. Да, тут их несколько. Нажми на себя на раз. Мих, подойди, я твой рефил тебя заряжу. Там есть еще одна отмывайка. Может это, медик паком тебя долбануть, пир, один раз? Ну, у меня есть. Стой, еще раз. Я бы вообще нормально типа зарядил. Себя на раз. А че фом лаунчер? 67%. Вань, ну-ка подойди. Че, на тебя разулю сольем и все. Все, у меня мапак на 4. Да тут как бы дофига всего, в принципе-то что, мы нормальные штуки взяли? Да, типа. Я мапак на 4, Сидора мапак на 2, Ваня мапак, медик пак на 2, Миха медик пак на 2. Нам бы медик пак большой бы еще к себе потащить. Мистер Сидор. Ну тут много, да. Давайте пардон поставился или все-таки правильно? Да, давай сразу. Вот пойдем чисто парочку, ну-ка, все, да. Все нормально. А, тут двое. А, трое, да, вижу. Пава, да, Сань, еще один. Пошел лагерь, ну да, наверх. Ихера их тут. Ну,
Ну, с дэмэджем это другое, конечно, так себе. Но патронов зато дофига. А я, знаешь, я чисто по одному патрону стопрануть, чтобы турели отработали. Ай! Говно. Белево, да. Ну вот витуны остались. Прыгнуть еще. Они снизу. Какие щелки. Наперед. Еще один. И чё? Чё ты тут забыл, дядь? Так, чисто посмотреть по артам. Да, да. Вон вижу локер свет. Стопудово с палочками. Давайте палочек. Пацаны, я понял, что такое хакерские навыки. No. У меня сейчас дверь вот эта вот, где три раза надо попасть. У меня в конце вместо трех было пять ячеек. Это идеально для моих старческих рук. Пробуем, идем потихоньку. В случае чего резко отходим, драйвимся. Вот он. Вижу сразу правого. Иду направо. Правом углу никого. Прокатилось? Да. Отлично. Ну там снизу были уроды. А, снизу. Не, там два было. Ну, может, час типа один, но было точно два. Вижу. Стой. Стрелок. Да успокойся, тварина. Ну, слышишь? Чё у него башка горит? А ёбни ему уже. Да. Найс. Всё. Ник, чтобы отменить атаку, можно типа зажать левую, а потом на правую сразу. Да я знаю, знаю. Просто забыл обстоятельства. Чё, смотри, как с первого раза хакают. Изи вообще. О, расплавитель. Так, а наверху никто не был? Там могут рты быть. Может, да. Потому что блядь, один я здесь нашел. Сейчас фиданем, блядь, какие рты. Да. А. Типа, в этом-то как раз и тема, братан. Рты собрал, фиданул, получил кэшбэк. О, еще, кстати, фонарь. Если кто-то на Аксионе хочет тоже потусить. А, да, не уярит. Чё, есть кто там? О-о-о. Вижу одного стоит. Там наверху, наверное. Добрал. Почему постоянно музыка, как будто мы деремся? Музыку выключить просто вот и все. У меня тоже так же. Не расслаблялись. Не, вообще да, она как бы держит. Стойте, еще двое дальше. Двое дальше. Стойте. Триггерит. Отчисти фонарик. Еще один триггерит. А, тут трое. Триггер, триггер, бэк, 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 ворота. Да, да, бежим. Или нет. Зустрел. Нифига их тут. Да.
нормально такая пачка. Не, ну мы не блок все равно помахали. Не, сейчас. Предметов ноль. Ну да, здесь-то ноль предметов. На следующий локи будет. И поковырять можно. Свечащаяся палочка. Все как ты любишь. Не, у меня расплавить. О. Агрессивный. Да, вот, пошло. В прошлом я мощный нашел. Если у тебя инфекция, короче, у тебя пульс быстрее поднимается, судя по всему. Открыть защитная дверь. Сидор. Что? На дальнем. Вижу одного дальше. Вижу одного близко, беру ближнего. Снизу, наверное. Право еще один. Дальше просто. Триггер. Отход? Да. Ах ты, тварь! И вот только сейчас у меня музыка спокойная стала. Можно выключить ее. Можете... А, нет, не, была просто перетяжка. На самом деле, да. Выключите ее. О! Если мешает ей. Да, нормально, нормально. Там медипак. Просто. Медипак. Тут да, тут ништяки должны быть. И здесь это будет первая зона, где мы будем регениться. Ну, в смысле, это стоять, помните, с проверками. Разве здесь? Да. Да. Я ее помню. По-моему, она дальше. Майка до 20 хп, блядь. Я макаси мод. Мастер паркура. Я мы здесь, знаете, на проверку стоим. А вот сейчас, да, с мастером она тупо было. Она дальше. Точно, просто, по-моему, вот очень похожа на вот. Да, она похожа, но она дальше. Дальше. Это дальше? А, ну да, да, окей. Я ж проходил здесь дальше. Чё, откуда? Снизу, сверху идем. Да, вообще без разницы. Шли снизу. Л1. Вот здесь мы, кстати, стоим. А, да. Агр. Меня? Есть сверху. Да, сверху. Все. За дальником пошел. Лагер. Вроде не сагрались, вижу одного вдалека. Минус два. Все? Тихо, у меня твою. Ты дым заберись. Проснулись. Меня в углу, урод. Говнарь. Убил. Последний. Вани. Работаем. Вань, ну ты чё? Не попадай, ну. Вот еще одна лока есть, надо из этого счистить. Да, тут много антидыма.
Амапак на 2. Подходите, оптовый нет. У меня 0. Ну, у тебя прям совсем все грустно. Да. Так. Давай-ка еще раз на тебя смотрим. У меня в себе на 3 еще. Да. На Михе раз нажал. Так, и чё? Вы куда там? Да, сейчас соседнюю надо. Там много? Она длинная. Это да, это вот как раз совмещенная. Серьезно? Да не длинная, я имею в виду, что она совмещенная. Это вообще не то. Так, Сань, посмотри, сколько здесь веников. Да. Понятно, значит они. Ну вот и того, парни. То есть, что нам здесь надо, получается? Нам нужно все-таки один генератор, одну батарею сюда воткнуть, чтобы забрать одну батарею оттуда, и там должен быть Bulkhead Key. Сейчас я с терминала это все перепроверю, где находится Bulkhead Key. Я тут, здесь два антидыма валяются сверху. Прикол в том, что если здесь вот сейчас Саня не видит рядом веников, то либо они, он один в другой комнате, либо их там двое. Тени были в следующем секторе. Они были. Видимо, как раз... в следующем нужно будет доп-квест пройти. Об их не было теней. Потому что я смотрел видяшку, у них не было теней. Да, я проходил. У меня тоже не было. Раз тут надо задефать говно это. Мы не забрали медик пак в этой зоне. Да, сейчас пингует. Нам похилиться, да, кстати. Да, это по-любому. Передеф, да. Нашел больше? Давай еще раз. Другой лог. Да, соседний, я же пинговал его. Тогда. На два раза здесь. Не, вот веник подходит один здесь, да. Один веник здесь. О, вон он, слышно его. Он шастает здесь. Его слышно. Как он шлепает. Ну да, Bulkhead Cave 150. Да. Просто, понимаешь, типа, проблема в том, что будет пока я, у нас мало времени, типа. Будет тяжело. А я антидым уже взял вместо этого. Ну, типа, их там либо один. Подвязывайтесь, толпом. Так, ну я тогда просто. Да, мотай. Он их даю. Все есть. Я типа. Подожди, я первый что-то, Ваня. Ну у него там тоже. Ну, похуй. Ну, девушка, пистолет там чаще пользовался. Инфекция, если есть, пульс быстрее или повышается. Нет. Ну тогда хз, ты просто боишься. Понял. Потому что твой персонаж знает, что будет дальше. Так, я правильно помню, по-моему, вот все шли с этой двери. Да, только с этой двери будут бежать. Ну. Здесь общая. Нет, здесь. По-моему, здесь об. Или подожди, здесь, или все-таки. Сетка и общая есть. Сначала общая, по-моему, да. Потом сетка. Потом сетка. Потом распидывала. Потом сетка. Так, еще раз. Наш план. Что мы делаем?
То есть вот сюда мы вниз прыгиваем. Да. Забираем батарейки. Да. Идем сюда. Да. Пока идем сюда, одну батарейку вписюниваем. Да. Потом идем 150-ю. Да. Да, 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 здесь бросаем батарейки. И тут уже антидым на самом деле надо подраскидать. Если не успеем, а потом Саня подсвечивает там веников, а я его пеню одного убиваю. Миха идет за мной, я знаю, где терминал, он подсвечивает батарейку. И потом в следующую комнату там идем. Там, да, там типа один веник в этой комнате, которая около двери, есть вторая дверь, она дальше, там батарейка находится. Вот. Это хрен пойми с чего, да? Типа... Это бегаешь плюс остатки этой хуйни, нет? Заражение. No. Не, у меня там чуть-чуть, чуть-чуть, да, есть. Тоже стоит. Я вот бегаю, yeah. У меня 150 пульс, 157, 160, 170. Я не бегаю. И желтая полоска ХП становится. Я не бегаю, у меня полоска как бы до 97-93 прыгает пульс. Хотя, ну, типа не то. 150-й, да, действительно, еще один сел. Там и сел, там и Bulkhead Key. А сначала? Ну да, но то прикол в том, что они находятся в двух разных комнатах. Так, а нам проход 150. Подожди. Потому что там еще эти петики есть. Подожди, подожди, а это разве не проход? Проход не в 150-й? Ты без батарейки не пройдешь. Или ну что? Да, да, так как бы и батарейка тоже в 150-й. Но... Все находится за этой дверью. Все находится за этой дверью. И Bulkhead Key, и вся херня. Да. Да, да, да. Да не мог, ну, блядь, может там 150-а, 150-б. Ты будешь спорить с человеком, блядь, который походил нахуй, или, блядь, все-таки поверишь нахуй? Угрейся. А. Блядь, зэки не поделили, блядь, куда воевать. Все, подходим ко мне. Все подошли? Саня не подошел. На куски. А? Может сейчас разделиться? По-моему, первая делится, да, да. Я на нижнюю побегу. Все, они снизу все прошел. Да-да-да, пошли мелкие зоны внизу. Прохожу. Блять, одна очень страшно. Меня ёбнет же! Давайте. Побежал. Так, что дальше? Пошла, пошла следующая волна. Наверх поднимается. Там снизу секьюр, я на низ пришел. Не упоминайте рифму. Еще одна проверка. Снизу пиздец, даже. 20% хп. Да, 10 хп. Сам. 10% хп. Да, все, больше нет. Добрал. Медикпаков ни у кого нет уже, да? Вань, стой! Кого? Ты открыл? Да. 5. Так она здесь сразу начинает заполняться, как только мы прошли вот эту хуйню. Она начинает заполняться, когда ты нажал кнопку. Как,
И когда мы включили вентиляцию? Нет батарейки там, где была. Нет батарейки там, где была. А может она сбоку? Она сбоку здесь. Подбирай, пошли. Что, две взял? Надо. Че, бежать? Вставляю. Вставляй. Пульс повысился. 150-ю открыли. Открывай, Вань. И готовься, пенники. Давай. Вон он. Вот он, да. Запенивай. Все, запенил. Блять, что я сделал? Блять, почему у меня на это выпало? Ай, сука, пусть. Бля, по кому-то уебал. Отбегите от лестницы, чё, Миш. Ага. Когда последний. Блять, почему? А ведь топ, а где дым? Да вон он там сейчас поднимается. Да, есть лот, бегу. Терминал здесь. Давайте. Дым поднимается, там-то и дело. Потом это все сделаем. Надо искать этот. Сейчас бегу, который. Давай быстрее. Да. Кстати, да. Блин, да он да. Там нахуй. Потом мне здесь помощь нужна, потому что она там в этой комнате. 152 пингую. Ария Б, да. Она дальше. Да, надо дальше бежать. Тут зампосы. И дым поднимаю. О. Медикпак надо взять. На пинге. Понимаю. Ну, идем тогда забирать. Она сейчас отпиздит. Да, она сейчас отпиздит, скорее всего. Вот и этот сразу стал. Взяли? Взял. Пошли. Антидым кинул на путь. Я слышу, идут. Да, я вижу. Отстреливайте. Все? Я лег. Сзади, бил. А, все, пишите. Наверх. Мань. За мной. Так. Поменьше тратить. Все, пишите. Куда? А, в центр через низ. Даю антидым под себя. Должен, да. Инфицирование 45, 46. Да. Молодцы. Ну да. Зацеп, молодцы. У меня 95. 72. Да. Да, может. Спокойно. Здесь нихуя не видно. Там снизу, блядь, проход. Найс. Да. Падает. Я оно стал. Падает. Да, у меня последний это был. У меня это был последний. Нет, его последний. Да, я в руки взял, чтобы быстрее кинуть, если что. Таня, у тебя антидым? У меня антидым. Положи батарейку на пол, я подниму. У меня две штуки еще есть. Но она до 85 опустилась, и все, у меня не опускается дальше. Так, нам надо вниз. Пробуем. Жив. Чпаты. 4. Было 15. Сюда. Давай.
Кинул, кинул. Дым? Инфицирование 100%, лол. Мне тоже 100. Я тоже. Чего? Ваня, топил куда-то, босс бустит. Ну так, блин, я пошел батарейку ставить. Нет, на самом-то деле он в теории сделал все правильно, но то, что он сделал, это один. А чё стоит-то там? Адрегенерис, бежать дальше. Нет. Я просто встал и пошел, чё, да? Чё мне ждать-то? Где тут проход? Вот проход. Отсюда можно запаркурить. Саня не сможет запаркурить. Ну, значит, короче, спускайся и обходи слева. А. Да не, оно прям тут рядом с первой. А, инфекция. У меня типа даже антидыма нету. Складывай куда-нибудь. Ух, блядь. Ну что, гуглим, где тут дезинфекты. Оу, щит. Вот, дезинфект у меня здесь на два раза есть. Бля, ну тут на два. Я вам больше скажу, парни, это единственный дезинфект. Да? Все? Проебал дезинфекта? Бля. А, нет, вот еще один. На один раз. Юзайте, блядь. Чем на таких дезинфекциях у тебя плывет гене этот? А, да. Бля, дальше дезинфекции больше нету, только если нам не повезет. Суть в том, что у меня просто хп типа до 15 опускается, и все. Да, и все. Так и все. Типа теперь ты живешь на 15 дайте хп. Мир или пих подойти, у меня тебе еще один на один раз есть. В смысле? Давай, ты лучше меня... в себе заюзал, чтоб типа это. У меня 65, типа. Где ты там, блядь? О, типа да, можно посмотреть там сейчас еще. Давай. Дезинфект пак, меди пак, ама пак. Надо погнали идти туда. Погнали. Там все равно блокад забирать там. А, все? По пути находите эти... вейпы, короче, я говорить. Я все антидымы потратил. Да, да, на второй. И мы все в жопе. Нормально. Эл, может там дезинфект на 15? Я надеюсь. На дальняя смазка на 20. Не, ну тулрефил на 6 же мы видели. Ну да. Так, где тут терминал был? Да, вот здесь. Там в углу. Да. Вообще, так ты чё, терминал просто габелла? А вы просто вот сейчас подойдите кто-нибудь к терминалу? Я видел. Посмотрите, это просто такое парень казино. Нам потом ещё с терминалами жестко работать. Да, там не жестко. Медик пак пингую. На мне амапак. О, нашел на два раза. Кого? А, дезинфект один. Дезинфект ты нашел. Да. Тань, заюзай на себя, наверное. Амапак и забери. Все по факту. Ну а медипак увидел кто-то? Видел. Я ама только нашел. Еще раз его пингую. Че так долго пингуется? О, в Б! Ну вот он пинганулся по логике, что ни у кого не высветилось? А он где-то в ебенях вообще. На 120, смотрите. Пингуй еще раз. Где-то в
Ротмира, блядь. Стенки где-то или что, блядь. Почему тогда это, ну, это зона 150? Стоянность. Стою. Так, ну-ка давайте еще раз эту всю зону пронюхаем. Давайте. Может, все-таки забаговалось? О, антидым нашел. Два. Вижу локер. Пустой. Еще один локер пустой. Здесь аккумулятор был. Расплей. Найс, блять, наебали на медик. Но нам все равно не надо, как бы, парни, объективно. Мы все инфицированы. Медкиты уже не котируются. Ну что, здесь его уже нет. Надейся. Ну да. Сам не плашай. Ну, погнали тогда на чекпоинт. Слушайте, парни, а вот опять же сейчас с отработкой хочу сказать, что мы правильно сделали, что убили этого Венома. Ну, то есть он стриггерился, да, засаманились пацанчики, но мы сэкономили по времени. Чем если бы мы по времени втихую пытались все это убить. А, шотнуть. Да. Вот это более логично. Вен, типа, ненадолго работает. А он где? На 160... Он в другой комнате был или где он там был вообще? Так, а у меня ничего в руках нет. Надо что-нибудь забрать отсюда. Не сагрился, на самом деле. Что там есть? Пак на метке. Ну да, он потом сагрился сам. Ну вообще, мне кажется, лучше... Ну вот слушай, медик-пак или... можно... Да. Можно просто забирать, голову не греть, все равно как бы. Ну да. А, здесь еще веник-пак, нет? Да, здесь чекпоинт. Да. Мик, там что, там патроны? Медик. Давай. Иди. Я налью себе взял. Что это за уровень? Что, мы все схавали, получается, на патроны или что? Не знаю. Я побегал, только медик-паки нашел. Наверное, да. Это сейчас важно. Типа, у нас вроде более-менее нормально. Давай, я тебе пойду. Нас еще в конце босс ждет, блять. Хорошая такая.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ничего. Просто вспомнил, сколько еще нужно идти там, блядь. Вот ты что, посмотри, это ты правильно выкинул? А? Болерить что? А, жопу, да ладно? Сболерить что? Хорошо, блядь, молчу, нахуй, все. Шо, шо, все, я молчу. Я молчу, все, все, я молчу. Так я чё, я просто замолчал, чё? Я здесь? Видеокарты бабай. Что у нас по итогу? Один ампак на два. На два ампак. Я поменял аптечку на ампак. И у Вани вообще ничего в руках. Активируй. Там аптечка есть где-то. А хуй, нам она не понадобится, парни. Ну да, 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 это понятно. Надо хп похиль. Он, по-моему, следующий, да? Да. Да. Снизу они качаются. Сагры мы отпиздим, как по старинке. Ну, вообще, типа не то, что по патронам все хорошо. Стоп! Не сагрились, то сагрились, нормально. Я его беру. Их слева еще один. А, агр! Нет. Да он еще не сдох. Да, да, все же. Вот стол рефил. Да, увидели потом. Вот тут трое вроде. Кто со мной пойдет? Я левого беру. Браво. Оп. Где? Это вино. Ага. Так, Лори... Вот он. Чё тут забыл? А мапак на один. Прожмись один. На кого-нибудь. Кого? Лори фил на один. Тоже нормально. Так, Миха, подойди. Две. Да. Три. Кому надо патроны? Мне? Ну у нас всех плюс-минус одинаково. Давай тебе похуй. А, не знаю. Или нет? По-моему, нет, не было той ситуации, что мы. Типа, у нас всегда было. У нас всегда было так, что здесь один веник ходит, и там в другой комнате ходит. Я не помню, чтобы здесь был веник. Да, я помню. Ну, типа, но да. Они как будто далеко ходят, типа, еще на комнату дальше. Ну, так. Так, да, давай.
Да, вижу. А не, один, да, один в этой комнате был точно. А второй, по-моему, как раз другой. Тихо, тихо. Сверху. Да, да, да. Угу. И... Вообще, да, очень быстро. Что еще там может быть? Пленим. Подождать, пока они сюда подойдут до пены. Вот один к нам идет. Вот один идет. Го-го за пеней. Ну, Ваня. Вот. Сидор. Да, все. Чего че вы стоять, смотрят на него? Все нормально. Так, го второго так же. Го второго так же, чтобы не сагрить и всех на ножах. Да, да, да. Да, патроны... Да, есть еще. Полтинник. А, он наверх пошел. Он... Давайте. Да. Так я запустил. Пятьё. Он дальше пошел. Он здесь, наверное, да, ушел. Давайте пока этих мелких. Убирашки от справа. Идет. И вот он, вот он. Ага. Сейчас пойдет по нашей стороне, да, наверное? Скорее всего, да. Иди, иди, собираю. Да, вниз. Вот он, вот он, вот он. Вот. Смазывай его. Сперма. Все, бить. Все, в голову бить и все. Он сразу убивает. Все, теперь молодежь. Внизу кто-то болькает, блядь. Тут двое, Сань. Загребе. Ой, сверху. Ой. О, это как раз мясо. Да. Ну, а хпшка чё? Эти паки. Ну, давайте. Не наш. Тут был один медипак. А, подожди, он был в Б. Он был в Б. А тут я вот еще один. О, вот еще медипак, лол. А это чё, это Б, что ли? Нет, тут то Да-да-да, это Б. 71 Б, всё. Кто? Пустой. А, все уже не пустые. А, блядь, аптечка это худшая, блядь, за это. Ну, сейчас в текущих реалиях такое себе. Вань, подойди. А, да. Нет? Тоже один есть. Удар, чтоб... Да не-не-не, стой. Не-не-не, братан, ну, типа, один больше нуля, проставил ее. Два больше одного. Типа, да, мне сейчас снизит до 35, ну и чё, он всё равно плюс 15. У меня ещё тоже есть два, может, зажать? Не-не-не, не надо, не надо. То есть мы, как, пусть пока лежит. А когда надо будет, тогда используем. Ну, если готово, может... Чё, готово? Ну, да. Давай, Амих. Один хп. Нормально. Все. Дверь, блядь, только открылась мне сразу же, блядь. Чипала, блядь, сел ранжевой. Ну а чё ты открыл? Не видишь, что туса джуса? А мне типа здесь тоже спаунились. Даже несмотря на то, что эти ломились.
Нет, слушай, с хакерскими навыками это вообще изи проходит, Вань. Чисто профессионал. А вот ты откроешь? Подходи к нам, попасть. Да, да, да. Чё там, Сидор? А, я помню это место, да. Вот здесь мы батарейки брали. А, там и Bulkhead. Да, да, да. О, амапак на 3. Медикпак на 4. Да, 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 я его вижу. Я нашел лучшее в этой игре. Да. Вы уже слышите? Что вы там сверху кусок говна этот вынесли? Да, сейчас. Так, теперь по расходникам. А здесь двое, здесь двое, здесь двое. Вань, давай, давай. Где вот он дракон наш? Нифига тут извилистый, ну, коридор. Ну да. Местными зацепились. С местными я слышал, опасно тут зацепляться. Ну. Это такие, только приходи один, мы тоже одни придем. Приходи с кем хочешь, но будь один. А, нам дальше. Амапараша. Амапак на 3, медикпак на 4. У тебя что там? Да, давай раздай свою на 2. Ване на раз, мне на раз. Тебе как бы забирай, и если что, на себя заюзаешь. Так, медикпак на 2 у Вани. Здесь на 4, Вань. На себя. Чё? Подожди, подожди. На себя разу. У него... Нормально, нормально, нормально. 45. Ну, плюс 15 будет. Ну и один раз на Сидора или Миху. Бля. Чё у тебя? Тот-то раз мы на фулы хилились. Да не, юзай, юзай. А сейчас мы, блядь, инфицированы на 20. Ну, есть надежда, короче, я сейчас... Да, а, может, да, тоже есть. Да, опять там опиздюлимся. Тут, по-моему, где-то один большой должен быть, да? Вижу. Да, да, да. Тут то самое лог. Вот сюда спуск. Подожди, я не знаю. О, я его слышу даже. Большого. Да. Это вообще полная мода. Мы вообще снизу. Не... Мы снизу. Мы, враг, мы не с этой стороны заходили. Да, 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 снизу. Не, а мы не через верх шли, нет? Не. По карте. Мы не так шли. А, да-да-да, мы отсюда шли. Мих правда правильно говорит. А, выходи, нет, выходи. Да, я, блядь, заблудился в трёхсорске. Серьёзно? Да. Бля. Михов пробежался. Он один, тайгер смог. Не-не-не, бегут, бегут, а, бегут. Он опять бежит. Там что идет? Сейви ляма, пацаны. Турели опять же засейвили, все равно? Ах ты говна кусок. Ах ты говна кусок. У
Ну, круговорот. Где-то прибыло, где-то убыло. Открывай сразу вот эту хрень. Так, давай почекаем, что у нас в Болхеде. Это какая зона? 302. Еще и проход в 303. Лист, зона 152 для начала. У нас здесь Tool Refill. И вот он нам очень нужен. Ореться. А, я понял, где он. Можно он будет намного? Давай, пусть. Вот такое. Так, а чё у кого? Один. Ой! Вани фон нормальный еще. Давай, иди сюда. Сейчас, да. Так, ну и в принципе все. Мы ready идти в Bulkhead. Только для начала я хочу. Я хочу посмотреть, что там есть. Давай. Сейчас получится. Ну, я хочу надежду. Я хочу надежду, что там дезинфект паки. О, господи. Можно просто лист и цифры. Да? Да. Серьезно? Да. Да. Можно без зоун. Можно просто лист, типа, с цифрой и все, и там дальше без разницы. Погоди. Ну. Погоди, а если я сейчас вот так сделаю? Не, пингануть надо с неймом. Да. Эх. Итак, в 302 зоне два дезинфект пака, амапак, медипак, тул рефил, еще один дезинфект пак и еще два медипака. Есть, есть шансы, парни. Да. Улица. Ну, это тоже. Это всегда есть шансы в этой игре, я слышал. Ну что, идем, открываем эту хрень. Да. Да. А, сверху. Здесь. Да? Инфа от Михи. Уи! Ну сейчас будет здесь, да. А чё, кто-то агрится разве? Не, нет, не агрится, а типа проверка вообще. Да. Вот он. Так, ребят, сейчас немного расскажу о мобах просто. Типа, смотрите, там есть тоже такие же челики, но с тентаклями. Прикол в том, что им в голову вообще похуй, то есть они не умирают от головы. И в тело у них более, ну, перед у них более прочный, им нужно позвоночник бить. А веников также, ну, типа, им в голову похуй, у них со спины все идет. Ну, то есть, объективно, короче, цель спина. Да, второе, это вторые пискля, собственно, они будут на стенках, вы увидите их, они не враждебны к нам, но они пищат, их выключить можно фонариком, просто посветите мне фонариком и все. Окей. Мама, не надо. Я нажал. Он прям здесь, по-моему. Это веник, они так бегают. Да, они так быстро бегают здесь. Это типа другой, типа рашер или чем типа. Да, да, да. Чарджер. А вот да. Вот это светящаяся хрень, да? Да, 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 это светящаяся. Вот, я вижу, я вижу. Вот так. О боже, это что такое? Уже? Да! Сзади еще побегут. Самый полезный, парни! Вы что, да? Да, большой. Так, мои мелкие идут. Обычные мелкие. Да-да-да.
Так, окей. Не, это ну, не сейчас. Ладно. Это не. Да, да. Так, но это не вся зона. Нет, ну окей. Да. Так, кто битый? Прям совсем. А дымите, все... блядь. А, мифа валяет вообще. Ты б хоть почаще говорил, что валяешься. Тебе там притесюнило. Так, блядь, на пол слышать. О, да, у меня тоже там 3 или 4 хп осталось. Лол. Это пистолет, блядь, делает эта хуйня. Пищит. Она пищит. Она инфицирование подняла, да, слышишь? Она инфицирование. Них терминал здесь. Вижу. Да, не он, надо. Да. Ну или типа просто отстреливать. Фонариком просто и все. Подсвети, тут веники еще бегают, скорее всего. Ну так, им по спину. По спине. Подожди, он подожди. Тур... Он... Нет, он нет, 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 здесь нет шанса. Надо только спину. Он вы. Нужно только спину, сейчас я его. Он что, таки пеной? Да-да-да. Какой пеной? Ау, а наверх. Нифига. Человек по. Там справа тоже стоит, блядь. Да, я понял. Просто по всей локи здесь бежит. А, прикол еще в том, что ему нужно 2 полнозаряженных удара в спину. Это можно устроить. Да, да. Разложил. Еще он выживет. Иди, иди, иди. Да, да. Собирается. Пойдет на нас? Пойдет? Идет. Давай. Все, го, зажимай. Даю спину. Спину даю. Все. Есть еще веник? Сань, есть еще веник? А, есть. Он прям здесь. Здесь еще большой. Тут, кстати, их легко спутать с большими. То есть они все разного масштаба. Легко спутать обычно с большим. Дальше пошел. Так, даже если мы сдохнем. Назад пойдем, может, назад этих твоих. Вот 15 у меня осталось. Петля была. Да. Да, давайте обратно. Он идет. А вон он пошел. Сейчас посмотрим. Раскладывается. Он сейчас, ну, может, окей, на нас, в принципе, пойти. Да, он вдруг пойдет. Но если не пойдет, то нам надо через низ здесь обходить. Можно через низ обойти. Блять. Да, он пошел дальше, это его зона. То есть через низ надо, парни. Да. Тут можно обойти нормально. А, вот только дальше-то что? Проход есть? Да, есть наверх проход. Отлично, пошлите. Оп, агро. Не агро. Да, вижу мелких, вижу самого винома. Отложился. Свети его. Зато вот обратно вниз. Да. Вон, вниз, он, вниз ползет. Вот он идет. А по обратно наверх идет. Наверх. Разложился. Да. Так, какой план? О. Ну да. Он дальше ушел, дальше ушел. Го маленького, го маленького. Давай. Я иду, зажимаю. Убил.
Все, все, теперь здесь халдим. Здесь халдим. Здесь. Знаю, ты быстрее выкинешь. Да, это этот, он втягивается. Идет. Идет, идет к нам. Мих, отойди. Мих, отойди. Зажимай, зажимай у него. Все, брать. Убил. Все. Блять. Это все? Это по веникам Сеса? Ну, идем. Это большой? Нет, это обычный. Загрелся. Убили. Ебать, еще один, еще один загрел. Здесь есть. Спину нормально ваншотаются. Ну, это потому что спину так слабое место. Так, идем, парни, дальше. Буквально одну минуту мне дайте, где-то насрал пес. Воняет. Давайте. Это не пес, Мих. Качество. Но своё-то малиной, парни. Ну вот оно. Конечно, так встал, блин, что вот эта пескля рядом, хочется светить на нее. Да пусть поорет. Как я понял, не то, чтобы на нее сильно все агрились. Пока свечу, похуй. Да? У меня на ней. Окей, окей. Лол. С вот так вот. А я заметил этот баг, да. То есть ты все так работают. Че, я здесь, зайки. Ну, тогда погнали дальше. Медик пак на 2. Медик пак есть. Го прожмусь. Не, на всякий случай, давай прожмусь. Ваню можно на раз прожать сейчас. Стреляться? Опа. А чё? Да, да, да. Сейчас. Тут еще два медикпака, блядь. Дезинфекты подберемся, хорошо бы. Так, ну, я пробую ближнего забрать. Давай. Один. Сзади большой. Да еще не сдох. Саня, подымай. Все. Чисто. Чищ. Так, блядь, мне надо было к прессону. А я диспетчер. Диспетчер, башка жопы. Да, пора отмываться. Да. Так, я пошел вам все дезинфекты пинговать. Давай. Иди сразу на меня, дай. Прям на максимум. Потому что я не могу терминалом нормально пользоваться с этой хренью. Это вообще невозможно. Надеюсь, этого достаточно будет. Ну, пожалуйста, пропадай. Амапак на 4. Нашел амапак на 4. Resource box. 713 дезинфект пинганул. Возможно, тот, который поднял сидов. 177 пингую. Не вижу. Ну. Сейчас, еще раз. А, это он у меня вообще лол. А, ну он да. 2. Ага, спасибо. Так, Вань, сколько там у тебя стоит с первой пушки? У меня два. Два выстрела осталось. Два выстрела или два патрона? Не, надо. Типа два патрона. Пять. Давай на разик на меня. Чтоб да. Так там еще валяется. Ну, как минимум один еще точно полный. Заряжайтесь.
Ну, это хз. Вань, стой. Но. Вань, стой. Че? Да-да-да. А, пушку тебе заряжу. Ага. Спасибо. Еще один, еще один остался. Да. Пингую. А, опять его у вас там. А, он тоже ва. Да-да-да, ва. Колепала эта хрень. Да и тут ситуация такая, что на нее по-любому надо было наткнуться. Свети на нее. Ну. Дезинфект на два. Кого жму? Одно. О, агрессивно. Ну давайте. Где вы там? Подойдите. Сейчас подхожу. Перстай, перстай. Дальше. Писнул. Михлюс убрать. А, или помни, подожди. Сейчас. Вань, стой. Ага. Вот, вот эта хрень, а ее бессмысленно убивать, слышь? А ее бессмысленно, ее светить. Она заново отрастает. Ее просто светить надо и все. Гребаный кусок говна. Сейчас я посмотрю, что за дверь. Я вспомню, что за дверь. Сейчас я вспомню. Ну да, нам потом надо будет сюда. А вот надо ли? Надо, но не сейчас. 303-й зоне, в принципе, есть очень много. А, это, короче, это для топ-квеста. Это строго на топ-квест. Потому что там вот эти осипы. Иду, иду. У меня есть метипод на 4. Это нормально, что у меня просто в воздухе кусок шрековой блевульки, который Ваня скидывал в лес? Ну да, теперь идем тогда расставляться у того. Ну да. А потому что мы в итоге сделали? Мы убили виномов, которые агрили теней и прочих уродов. А, типа, здесь же тоже работала сигнализация. Не туда. Вот сюда. Зашли, блядь, пизды получили, вышли. Иди на выход, блядь. Ну, все правильно. Все по классике. Да. Так, еще раз выступаю зону, там что-то пропустили. Сюда, наверное, надо... Не, ничего не пропустили. Турель. Надо бы сюда, наверное, поставить турель, мне кажется. Ну да. Ну типа... Нет, отсюда никто не побежит. Ну это тогда. Да, это было тогда, когда дверь была закрыта. А сейчас-то она открыта. Там мы тоже все зачищали, типа, с той стороны одна. Да, ну да. 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 Все правильно говоришь. И она нам по нам стрелять. Ну и чё? Шотнет тебя. Не, Мих, убирай. Она тут вообще нету. Так, регенимся. Дамы и господа. Сейчас будет явно весело, задорно. Мне 5. Медикпака. Получается, на Ваню раз можно точно вжать. На тебя, Мих, раз можно точно вжать. У меня 4 медика. У меня последний, дайте я использую. Давай. Так, использую Ваню, и все. Ну типа Сидору можно 10% в теории порегенить. Я вот тоже думал. Типа чё? Так, слушай, да. А там проход в какую зону? Где? Вот куда нам надо идти, где генераторы. Батарейки. Не знаю, не помню. Сейчас. 152-я, не? 153. Твою мать! Да? Не, там только аккумулятор. Похилился. Там только аккумулятор. Ты сейчас, да, полезну? Да. Где? Давай пахни на меня разули, да? Пока они не видят. Сейчас не пью. Чё, включи?
Да вроде, ну, у меня норм. Мне вроде тоже норм. Ну, на раз можно. Микки на раз бы, да. Транжира, блядь, паркурщик. Стирай, нажимай. А, нажми. Давайте, парни, с богом. А, не все. Но там типа часть, а все большие круги, один, но часть команд. Нормальные, часть один. Всем надо. А, наверху идет пол. Они да. Сменяются, они сменяются. Ну, типа все разы было так. У нас один раз там был всего лишь. Здесь. Бал. Лезут из балка. Тени. Тени лезут. Да. Да, там все равно тени лезут. О, да. Еще две тени. Сзади. Еще здесь. Где-то он. Вот одна. Три тени. Я сейчас нокну. У меня 10 хп. Ты есть? Ну туда. Куда? 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 Назад. Вот еще тени. Вообще. Концептуально, ну, хз. И помню, кто в качестве, в котором были. Сами зомбосы, по-моему. Не, все здесь. Все здесь. И поп. Всё, дверь открыта. На мне много теней. Мне тоже. Бил. Нокнуло. Ой, нокнуло тоже. Меня нокнуло. Все, санитайзер. Тём. А ничего не поменялось? Что за хуйня? Ну, чё, так тебе вопрос, Вань. Проходил. Мне не пихло. Кто-то с багом есть? А надо так... ли? Бессмысленно теперь типа, проходить балха, это все равно остается. Почему? Ну, как бы инфекцию с ней срезать. Ну, как бы да. Хрен с ним. Ну, типа, у меня каких-то вот... Мы все равно можем спокойно это... Так, есть кто-то совсем без патронов? Вань, подойди. С этой инфекцией она убивает не сразу. Ну, то есть отменяет ХП. Мы можем прожаться, мы можем реально сейчас прожаться в 100. И просто зарашить. Инфицирование в 100? Да. Так ты и покилиться-то можешь. Она просто будет каждые там пару секунд у тебя один ХП отнимать. Но все равно, типа, ты... Танкуешь всяко больше. Суть в том, что я смотрел, типа, видяшки от двух разных людей, и у них вообще не было теней. Меня не было. Как это работает? Мне кажется, там что-то сделать надо в комнате, нет? Еще в этой... Какого-то. Ну и... Аккумуляторы и все, типа. Вставить один аккумулятор в дверь. Два венома. У нас аккумулятора нету здесь. Давай, понял. Баня. А почему?
себя полку. Вот еще один красный. Блядь. Да. Я что ли зацепил? Мама, я не буду. Да. Беги, Ваня, назад. Назад, ты уже под турелями. Сзади. Вон еще один. Давай. Пум-пум-пум. Да-да-да. Мы только улучшили ситуацию относительно прошлого прохождения. Так, получается, молодцы, я правильно понимаю? Слюна не смазка, жизнь не сказка, хули, блядь. Кто там, мистер Сидор? Пожуем? Бай. Открывай. Блин, у меня теперь вообще никакого желания на самом деле туда заходить нету. Да. Ну вот, в Bulkhead, да. Тогда и смысла нет. Что, да что за инстагр? Блин, ты тут что ли насрал еще? Есть что-то, есть срок. Ну-ка жопу покажи. Покажи жопу. Еще минуту, парень. Или я дальнего. Давай. Или. Оценил жопу. Какую? Жопу-то оценил. А. Эти последствия убираем. Доставай пеленку. Пеленку чистый, давай. Гектор! Эй! А вот, что вы не в банке? Пеленки могут покупать надо!
осталось? Не знаю, где-то две штуки. И нечаянно. Может, он ладно сделать. А пусть знают пока. Мокрый же, и мокрый. Победа, что-то есть. Там четвером играют люди. Вон, я сейчас смотрю на это. Нельзя, то, что теперь скинул. Ну вот, типа, они сейчас очищают 151-ю зону, ту, которую мы сейчас зачистили. Вот эти вот двери. Это 151-я. Да. Да, ну вот сейчас они вот зачищают именно ту местность, которую мы сейчас зачистили здесь. Вот, я смотрю сейчас. Ну да, да. Вот они рассказывают, как вот это вот типа защищать сейчас. Вот, они идут в Bulkhead, окей? Открывают. Английский. Ну, типа, они просто взяли аккумуляторы и все. Вот в той зоне, которую мы берем. Зоне обычной. Ну, они тогда Bulkhead открыли. Скину, чтобы никто не... Типа... Вот, я скинул ссылку. А, их нет теней, я не понимаю, почему. Да, не было, я не знаю почему. Почему они сейчас появились? Типа мы зачистили полностью зону, как и я, и все, и просто пошли к терминалу. А у них вот на видео вообще нет никакой даже. Они рассказывают стратегию здесь. Просто я что-то не понимаю логики. Мы взяли Bulkhead, зашли туда, и ничего не поменялось. А зачем мы вообще тогда туда ходили? В чем типа доп-квест заключался? Вообще не понимаю. Просто получить пизды от зомби, и в этом был квест. Наверное, я не знаю. Давай. As you can see, there's only one location that enemies can possibly spawn from. And you're going to be keeping every single door shut throughout this alarm, except for this door right here, which is going to go one of two ways. If you're just going for the main objective and therefore have a mind to player, you can also shut... this door and place a bomb. You're going to be holding on to the bird to attack you. Even then though, some of the enemies will make it through, so make sure that while you're working on the scans, you keep an eye or an ear out for the enemy, because once the scan is they're going to head into zone 150 and deal with the enemies as well as the scout or two scouts, I believe, that usually spawn in there, and then find the power cell as fast as they can.
Then once they have that power cell, that one person is going to go all the way back to zone 145 and plug their power cell into the generator cluster to cause the fog levels to lower. Meanwhile, the other two people who are inside zone 150 are just going to stick to the high ground, and that way they don't gain a ton of infection. The downside to this is the one person who has to carry the second cell back is basically guaranteed to get 100% infection on their way back since they can't run with the power cell. But don't worry too much about it, I believe there is usually a 2 or 3 use disinfectant stick for a pack inside zone 150, resources you want. You can then backtrack once more and go all the way to zone 145, and then go to the northern end of it to the security door to zone 151, which has now been unlocked. The security door just simply having a checkpoint scan tied to it. Zone 151 doesn't really have anything I need to take note of, so we're going to skip through it to the back end, where we'll find the security door to zone 152, which is going to be a blood door. If you have a mine deployer or just simply an explosive mine, you can make this door very easy to deal with. However, if that is not the case and you have the seafoam launcher and you haven't found a single explosive mine, you're just going to have to deal with every single enemy in the old. And just like before, when you put that command to the terminal, it's going to cause a class 5 mixed alarm to initiate. So we don't want to open up the overload bulkhead door, that way we don't have an extra spawn location for these enemies. Speaking of spawn locations though, let's take a look at the map overlay. As you can see, there's only one location that these enemies can spawn from, and every single door is going to be left shut, except for this door right here, or at least maybe, depending on your situation. If you are doing just a main objective and therefore have the mine deploy with you, you're going to want to keep that door shut and place a mine on it, and then just simply place on your sentries like you'll be able to see me and my team doing the background footage in a moment or two here. However, if you are doing the optional objectives and therefore you have a seafoam launcher, you want to leave the door open, because as you can see now, we're going to have both of the sentries inside the room with us facing towards that door. So if we're not placing a mine on it, we don't want to shut the door because then a bunch of enemies pile up on it, and then when they do break it down, the sentries just aren't going to be able to handle all of them since they're all there right at the same time, and a lot of the enemies are going to very easily get through them. So we leave it open, that way they come in as a trickle and the sentries have an easier time dealing with them. As for the rest of our team, we're just focusing on the scans. It's going to be a mix of big red scans and full team scans. Biotracker, try to attack the enemies as often as you can. That way, Biotracker symbiosis does benefit the sniper sentry a little bit when it can. That, or just simply, it allows your teammates to see where the enemies are in this very dark room, and they can more easily shoot at them. Once you finish every single one of the scans though, just like before, the infectious fog level is going to start rising up, but there's also going to be an error alarm thrown into the mix. However, this error alarm seems to be a little bit weird. It doesn't spawn in a set amount of enemies every set amount of seconds like most other error alarms do, but rather it sort of just tries to keep a constant amount of enemies alive. From my experience, it'll spawn in about 6 total enemies, and then once you kill off a few of them, it will then spawn in some more to replace them. And if you keep those 6 enemies alive, then it seems to not really spawn anything in, or at least it doesn't spawn anything in for the first minute or two. Maybe it will a little bit later, we start spawning in. Then once they get the once again, because inside zone 302, there are going to be a lot of enemies, chargers, giant chargers, as well as charger scouts. And this zone only consists of 2 rooms, and this one is a whole lot easier to the security door while we deal with the alarm. Other than that though, there's not really any location for these enemies. And speaking of spawn locations though, let's 100% infection on the I believe that. However, if you are going for the optional objectives, one person is going to carry one of the power cells all the way back to the generator cluster and plug it in and then stay in that zone, while the other 3 people are going to go to the northern room inside zone 148, and they're going to plug that power cell into the generator and unlock the security door to zone 150. Then they are going to head into zone 150 and deal with the enemies as well as the scout or 2 scouts, I believe, that usually spawn in there, and then find the power cell as fast as they can. Then once they have that power cell, that one person is going to go all the way back to zone 145 and plug their power cell into the generator cluster to cause the fog levels to lower. Meanwhile, the other 2 people who are inside zone 150 are just going to stick to the high ground, that way they don't gain a ton of infection. The downside to this is the one person who has to carry the second cell back is basically guaranteed to get 100% infection on their way back since they can't run with the power cell, but don't worry too much about it, I believe there is usually a 2- well, that's a key as well as any other resource. Zone 151 doesn't really have anything I need to take note of, so we're going to skip and let them do some of the work. Once you deal with the blood door though, you can head to zone 152. In here, you'll be able to find the bulkhead door control and the door to the overload objective. However, you don't want to deal with these yet whatsoever, because also in this zone, you'll be able to find the security door to zone 153. This security door is under lockdown though, and you have to reset the air ventilation by using the nearby terminal. I really hope by this point, and therefore you have a seafoam, full team scans, biotracker, try to tag. Of enemy pathing and sentries to make this a whole lot easier for us and our team. So as you can see with
Никакой чат. Почему у нас он есть? Ну да. А, после... Они уже, заходя в Bulkhead, у них уже типа алармы и фок поднимаются. Два месяца назад. Ну. Два месяца назад не такой большой срок. Относительно свежий. Да, 72. Я, кстати, когда смотрел видосик, там, типа, единственное, как совет по поводу теней, который был, это, типа, графику посильнее. Именно не, я их неплохо вижу, на самом-то деле. Чё такое? Так ну, давай, давай, давай. Чего орёшь, блядь? Тоже как зовут потихоньку старым дедом превращаешься. Ну так скинь давай. Ага. Найс. А у нас как бы, ну, второй патч. Е-бой! Последняя богованная хуйня, которая есть на фри-тпшечке. А погнали! Короче, пробую, не получается. У меня горит жопа, и мы идем в R1-A1. И последовательно. А, VR1-A1. Так, это... А. Так. Что, мы здесь пойдем или тут пойдем? Не, здесь не надо, здесь же вверх. Надо вот с этой стороны надо пойти. Распиваем и все. Тут аптечка, патроны, и прожимайте. Ну, да. 6 вечера. Что тут? Ну это да. Да. У меня тут говяхи по квартире вон раскидали. Я думаю, Гектор с Багирой прям подружатся хорошо. И главное при этом квартиру бы оставить. То есть нас... Я то обычно чувство, не умею нас... То чувство, когда нас в этой игре трахает баг. Ну, в принципе, сами виноваты, блядь, пиратку. Хотя, блядь, игра на самом деле. Не могла, блядь, бесплатных теней подогнать, блядь, там чисто убрать их надо. Мы, блядь, что-то ходим, доп-квесты, о, чтобы блядь. Теней убрать, блядь. А все оказывается так просто, что нам просто придется стрелять. А чё, ты не можешь с багом игру выиграть? Ты лох, что ли? Как бы люди пользуются багами, чтобы пройти игру, а мы проходим сквозь баг, чтобы пройти игру, да? Не баг, а фича, бля. ОП.
попадает. Короче, идея какая? Заходим с этой двери, зайдите в эту карту. Ну. Чистим вот эту вот зону. Ну. По возможности на ножах. Хилимся на сотку и рашим. Просто вот так. И назад. Ну, потом с батарейкой. У нас один раз получилось так сделать. Ну, типа, мы там стало, не добежали умер, чуть-чуть. Там, да, появляются вот эти вот остальные. По три чела, и нас просто добили, потому что у нас патронов не хватало уже. Ну да, да, да. Я говорю, поэтому сейчас на ножах. Давайте. Постараемся. Да, инфицирования не было по 60%. Ну, блядь. Ну, это уже мелочи. Ну, это, блядь, с утяжелителями, блядь, проходим. Ну. Это так слишком легко. Настолько легко. Ты молчишь, если чё. Ну, наверное. Почему это не верх? Не, это тоже верх. Просто это другой верх. Я здесь был. So. Молодцы. Вообще не разбудили, все нормально. Это же дальники. Угу, снизу. А я прекрасно помню, где эта тушка. Не, она же меняется, по-моему. Местоположение и все. Ну да. Ну да. Поменял свое местоположение. Да фак? А где туда эта туша? Не знаю. Вот он, у меня. У тебя? А. Стоп. Потрогай его по попе. Угу. Готово? Подожди, я не вижу его. Где он? Вот он. Стоп. А, вижу. Го. Еще один! А, агрится. Еще один большой! Меня положили. Два больших, ну прям жестко. Один из которых дальник. Ну а чё они? Ну да, правильно. А это на механа надо. Залить. Может там, не знаю, закрыть двери, типа пены, я не знаю. Ну, они типа с одной идут, правильно? С вот этой вот, типа, где мы здесь находимся все. Если я не ошибаюсь. Не, они все отсюда идут, вот где мы сейчас стоим. Все. Ну вот, да, типа, может и... Ну, они закрыты. А что поменяется? Думаешь? Нет, предыдущие тени зашли вообще с бокхеда. Они типа и снизу бежали, и тут с центрального бежали. Типа там 50-50. Но сейчас-то бокхед закрыт, сейчас по идее с центра только будет. Да. Да, а вы вот это еще. Ну и одна открытая. Оставляем вот эту открытую, и с нее установим. Пьяный? Или чё? Не. А я не вижу сказал. Я тоже не вижу что-то. Ну окей. Сидор Ника скоро вернется. Не, я просто информирую.
Нам как-то удавалось спустя какое-то время убить всех теней и даже чуть-чуть пройти. Ну да. У меня медик как? Вообще монету ни у кого. Подожди. По-моему, там где-то был. Я уже прожал его. Я прожал его в Сидора раз и еще в кого-то раз. Вся, по-моему. С таким количеством хп, блядь, нам пизды дадут, мне кажется. Там ну тогда идем в Родина один, Сидор все правильно сказал. Так. А, это. Ее, да, ее открыто надо. Будто бы нам здесь когда-то не выдавали пизды. Именно на этой локации. Тань, ты себя похиль хотя бы на рост. Я подготавливаю. Вон. Так, Миху давай я долбану. Я Миха сам себя долбит. Блять, медик. Миха сам себя долбит. Да, ладно. Погнали. Да, запускаю. Блять, вверх нажал. Вообще во время боя, если что, можно как бы подхиливать. Кого остались баки. Да там это рот слишком занят. Не-не, ебать. А он там всем занят. Да. Не, наверх. Наверх. Дальний кем. А, кстати, нет. Я и думаю, да, что такое. Лезут снизу. Окей. Всем здесь. Дайте. Ну, не стояли. Сорян, Миф, надо было. Зайдите, кто? Да не, тут все нормально идет. Ну типа. Идет обратно. Тут снизу много. Тени. О, еще и проверка снизу идет. Проверка внизу сейчас. Да. Где-то я это уже видел, блядь. Все. Сзади. Вот еще. Тихо. Надо вот забежать, это батарейка потихоньку. Да. Питерлёк. 4 рядового Равина. Прессует. Это все? О, бежать, да. Сидим? Давай. Сзади опять. Турель, забираем, го. Ага. У птички есть там, он типа подхавает. Ни у кого нет. Алло, все пожались. Идем, парни. Поднимаем их. Стрелок. Давай, иду. Воюйте там. Да какой воюйте? У меня патронов нет почти. Еще погляд найти. Вижу батарейку. Я не вижу. Она дальше там. Дальше по коридору. Да, там. Мы даже ее найти не можем. Она дальше ровно. Ногу чисто. Все, у меня нет патронов. Скидывайте батарейку. Скидывал батарейку. Да, беру. Так. Господи.
вас там много? Все? Да, да, да. Идем. Прямо. Да, да, да. Ага, отстреливайте. Три. А, большой. Большой. Не убил. Все, убили. Нет, не убили. Отлично. Идем, отлично, отлично. Вы последние патроны. Да, вниз, вниз. Да, да. Наверх, справа. Бегите, бегите, бегите. Посмотри, бегите. Все, это уже центровая зона. Да. Проходите, проходите. Я дефку зам. Давайте. Вот сюда. Кто с батарейками? Давайте. Вставляем, вставляем. Все? Я вставил. Где еще один? Миха. Ага. Миха. Все, отсосало. Все? Да. Почему у нас... Сколько раз это не получалось? Подскажите. Много. Меня положили. А положили. Что, там еще есть? Там дырка. Там дырка. Отстреливайте. Твою мать. Все, а что, чем отстреливать? Стал нож, фиш. Да? Вроде да. Все. Ну что, пацаны, дальше делать будем? Блять, ну пойдемте дальше. Вроде бы больше багов не должно быть. Терминал штрингануть, может, осталось? А, да, да, у самого пак есть. Хотя бы. По-моему, тут только один медипак, все. А, понятно. Ну, пингани, давай я возьму хотя бы. Давай. Где он? Где? Пинг. Он сверху. Не знаю. А, ну там тоже этот шкафчик, видимо. Ну, типа, да, конечно, братан, сейчас все можно. Медипак на 4, живем. Ножи в бой. И что у нас тут? А, вы мне говорите, какие сени? Вот кто-нибудь туда подойдите, банально. Так, подожди, эти-то мы все высосали. Ну давай. Мы ж там были сами. Ну. 154-я, давай. 154-я. Full refill, медипак, амопак. 155-я. Медипак, амопак, full refill, медипак. 158-я. Это ты что-то уже далеко куда-то идешь. Ну, наверное, да, не возьмет, скорее всего. Там два села. А, ну понятно. Чекпоинт, сейчас пойду по сапогам. Это чекпоинт. Чё, пацаны? Блядь, сами, если бы мы не пошли за Булкредом, блядь, было бы всё гораздо проще, мне кажется. Да, мы бы спокойно сейчас шли. Идем вон. 15 хп, 15 хп, 18 хп, 20 хп. Чисто четкие. Либо вернулся, либо, блядь, подскользнулся на банановой шкурке. Не, мне нравится, как у меня хп гуляет, типа 18-19, 18-19, 18-19. По экрану капли такие стекают. Иди в терминал, посмотри. А там вообще тема. Нахаркал терминал здесь. Вон, в паркурте. А, не работает. Но вот здесь можно подняться. Чисто иди посмотри, басбустит терминал. Вот на мне. Просто открой и посмотри.
А я вот в таком состоянии пишу еще, прикинь. Что там, считают конкретно? А, блядь, типа понятно. Не, ну периодически нормально вроде. Да, 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 но там как бы это подшаманивает. Но понимаешь, у тебя нет времени ждать, пока она там подшаманит. А, дробовик тупо пустой, в пулемете 24 патрона. В Сане там 3 копейки, у Вани, по-моему, 1 патрон на винтовке. У Михи еще есть патрон. Я всю дорогу батарейку почти нес. Ну. Вот в чем логика просто. Так, мне реально кажется, что, блядь, Гектор — это мужская реинкарнация, как собаки у Багиры. А-а-а. Везде наговнил, везде насрал, везде нассал, и с довольной мордой сидит, кость грызет. А чё, если здесь можно активировать? Да, да, да. Кто там с вами дальше? А, Турель, кстати, один из патронов. И у Михи нормально. Ребят, у меня один патрон, я в русскую рулетку играю сейчас. Покивай. Два больших. Или ты этого же видишь? Вот. Нет, два больших блоки. Один справа от нас. На 120. Так, ну, короче, логика какая? Один забирает маленького слева. Кто забирает маленького? Ага. Вот, Мих, спускайся прямо рядом со мной. И все остальные берем большого. Окей. Да. Стоп. Тихо. Чтобы было больше шансов спокойно. Да. Го. Не добили. Добили. Супер. Теперь надо справа то же самое сделать. А, ну давайте. Там также стоит справа, получается, один. И большой. Давай. Так, стойте. Тихо. Пусть погреются. А, я не думаю, что кашель им как-то мешает. Может. Да, го! Не добили? Добили. Всё. Кто-то согрелся? Да, вот он. Отлично. Дерло. Ну иди сюда, говно собачье. Просто такая орда ебля. Тупо, когда мы решили, блять, уже пойти на другую миссию, игра такая, ладно, хуй с вами, пройдете сейчас. Медик пак на 4. Набрал медик пак. Булку раз на меня. Это точно. И до ФЗ пока можешь себе подержать. Не, пусть лежит. Пускай у него пустой ствол, было бы так. Не, ну как бы, типа, хз, куда их покрасу. Здесь еще мопак должен быть в этой локации, то есть в зоне этой. 154. Но он может быть дальше. О, где? Иду. О, терминал повыше есть. Сейчас пойдут глюки. Пошли. А твою мать, кривые руки. Наверное, дальше идет. Наверное. Ну, на всякий случай. Угу. Так, точно, да, дальше. И это, в принципе, все полезное, что там есть. Так, а чё я? Паркур? Плюс иметь 20 хп в этой игре. По мелочи, сходу большого вижу. Внизу. Да. Он дальник. Я. А у меня пена еще есть. Может, пена его тупо? А вообще можно. А чё нет? Чтобы он нам не бил. Не мешал, да. Чтобы он не мешал, что мы его как бы за отработку. Да, да, конечно. Типа, подожди. Я вижу. Рядом никого не вижу. А он не пенился, что ли? Он не запенился.
Он жив, он жив, он жив! А, вот, все, 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 все. Так он все еще жив! Ну, вот. Почему жирный? Как он впитал? Да хуя. Давайте этого тоже тогда запеним. Я слышу винома? Подожди, это вином? Свети. А, дальше. А тогда на него оставляем. Не, ну этого просто в ножи берем. Ну, давайте. Подождите. Убираю пока маленького сбоку. Ага. Чтобы не мешался. А что там еще дальше есть? Стоп, 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 стоп. О, согрелся! Ну, вроде никого больше не согрели. Да. Слева умел. Пошел за маленьким. Давай. Бил. Нет, маленький был. Ну да. Ты видишь кого-то еще? Разложился. Еще один? Так, ну чё, короче, тема. Помним? И на ножи. А-да-да-да-да! На ножи просто. Вот ты зря этот патрон тратишь, братан. Один сверху есть. Сагар. Большой! Большой? Где? Да! Стрелок большой. А, да, вон он. Не знаю. Сзади, сзади, сзади. Прорезаю пока. А, тут ещё большой. Тут еще один сзади, большой. А, да. Так вот. Сагри же, турель! Где Миха? На лес. А, вот вижу. Все? Бать. Ищ. Так, можно ампак на 16? Иначе мы в говне. Ну. О, взрывная мина. Я взял. Антидым на раз на метке. Если у кого-то нет расходников. Да уже похуй. А уж, не, блядь, может, там еще что-нибудь встретим? Конкретно нашкудишился, блядь. О, амапак на 3. Ну, собственно, всем, кроме Михи. Сань, стой. Давайте, а то мне этот один патрон уже. Всего один. Конечно. Нет? А. Чё там? А там есть веники, не видишь? Нет? Это логично. Но у меня тоже сканер плывет. Конечно, блядь, обкумарились плывет. На пене. Типа, показывает только пены, типа. Угу. Нам еще, блядь, стволы доверили, когда вы обкумаренные. Он бы так лучше, что ли. Вижу сразу справа. Не бил, не убил. Еще не убил. Ты же большого, нет? Вижу, вижу большого снизу. Там же маленький еще. Надо, надо зачищать. Да. Стой. Шамит. Да. Погнали. Потихонечку. Терминал. Фонарик. Не все снизу, что ли? Вот я что-то сверху тоже. Я вижу второго большого. Вон там наверху.
Я прошелся, считай, по всему верху, да, что-то я не помню. Вот просто еще один есть, смотрите, третий этаж, он типа на 45 или на 30 типа. Всех сагрил? Нет. Уф. У меня герой с лесенки упал. Ну что, два больших видим, да? Вон, смотрите, там 345 видим. Да, вижу. Лагаю стволы доставать. Стволы? Ситуация. Ну посмотрим, как там вообще. Давайте. Где Вань, Миша, ты шел. Блять, ой. Да. Это мелкий. Нет. Большие вон, на лестнице вон там, вот видишь, наверху один. А здесь мы. И вот. Ну вот выключить фонарик. Потому что фонарик светит. Ну чё вы с фонариком, блядь. Большой согрелся. Два больших. Ладно. Большой справа. Там их двое, они оба сидят. Я лег. Вань, ты один. Понял. Пробуй кого-то подымать. Меня, например, у меня патроны есть. Меня как бы обстреливают большие. Понял. Там... А, не один милишник все-таки вроде. Один. Да, типа... Вот светить, конечно, с фонариками вот не надо было. Кто там светил? Блять. Влево, вправо бегай. Я вижу, да. А, у тебя патриков нет или что? Ну почти да. Почти закон. Большого убил. Один маленький остался, по-моему. И он только бы увидеть бы его. Тоже на лесенке. Вот куда ты одного убил, там он на лесенке. А, вижу, убил, да. Убил. И все аккуратно, меня поднимай, я ближе всех. А че турели ФК стоит? Да я ее как-то криво поставил. Че, получается второе божественное спасение от лица Вани? Типа. Да не дай бог мы это еще и пройдем. Блин. Слушайте, мы пак уже прошли, как бы... Я думаю, да, сейчас можем. А если сейчас на 5 теней пойду? Блядь. Мы такие. Ну, волосы блядь, назад. Да. Так, а на так, первой как... проверке-то ничего не было. А, тут 158-я, ребят, то есть здесь уже. Да, да, здесь батарейки. А, да, а вот 157-ю здесь как раз изоляция. Не, ну чё я думал, у меня 9 патронов. Медик пак на 2, поднять. Тупо патрика. Воевать и воевать, блять, да? А нам амапак нужен, он здесь должен быть в локации. Он здесь был. Так вон терминал в центре есть. Еще медипак. Тул рефил на раз. Ну я думаю, в турели лучше прожать или что? Да давай, Вань, на тебя разулю и на Миху разулю. Думаешь, это целеобразно? А, смотри, тут 157-я есть. Действует режим изоляции, дверь заблокирована. Да, типа. А, блядь, точно. Нам. Давайте. А, у меня есть дым, но на 20. Лучше забрать, потому что у меня побольше есть. Медипак на 4 пар. Эх, было бы круто, если бы мы могли это все использовать. Ох, вейт, мы можем. О, блин, это... А почему не подпирается? Меня тоже не подбирают. О, блядь, у нас скамерованный антидым. У нас антидым заскамил. Да, у нас, блядь, в организме слишком много дыма. А все нельзя, да? Не, у нас глюном как появляется. Да, пингу. Вот сейчас пингу нет, Миха.
Может, он где-то наверху, блять. А. Ну да, я нашел. Типа он там. Справа, да. Да-да-да. Справа снизу чуть. Читер. Вот он, да. Насколько? Хорошо. Ну отлично. Ну давай меня. Ване я дал, Ване я дал, дай Михе. У него, у него турелька больше всего жрет. Нет, 156-я тоже похоже, как будто здесь батарейки есть, но хуй пойми. Подожди, а давай к нам. А, типа они в 158-й 100%, мы можем листовать. Да, 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 в 158-й. А вот 156-й. 156-й абсолютно ничего. Да? А нахуй тогда она нужна. А 157-й? И 157... Вы поняли, парни, да? Нет? Ну, смотри. Смотри, активируется проверка. Открывается дверька. Сейчас, подожди, я посмотрю, где пацаны это проходили. А, ага, да-да-да. Угу. Бля. Да? Нам. И типа помнишь, как в прошлый раз, когда у нас эти, блядь, насмотрщики были? То же самое будет арена, короче. Арена будет, у насмотрщиков будет. Да, у нас, блядь, у каждого по 15 хп, блядь. Эти паки есть же, нет? На 8 раз. Так, ребят, объясняю, как пацаны проходили. Да, это вся эта зона, это будет зона проверки, как у нас было в прошлый. Пацаны просто поднялись наверх. Все. Сейчас. Я найду. О, пар. Сложно понять. Короче, какое-то V-образное закругление. Ой. Может, вот это, Мих? Так, сейчас. Проверяем еще раз. Ну, типа. Потому что на самом деле здесь не так уж и много вариаций. Да, зачем нам искать какую-то определенность, если мы можем здесь сами. Типа, мы поняли, что они наверху. Вот, смотрите, типа, либо вот сюда, либо вот сюда, короче, поставить турельку, чтобы она смотрела сюда, да? Вот сюда. Вот, вторую там, напротив. Два входа. Да, 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 да. Два входа, кроме по итогу. Не я, ты какой парень? Я Перыч или Миха. Да. Чё тебе не нравится? Либо вот здесь, короче, скрыться. Либо вот здесь просто спрятаться. Да, 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 просто за этим захолдить и все. Мне кажется, лучше все-таки прямо ее поставить. Она что-то мне не нравится. Сам Перич тоже поставь, короче. А, не, нет, не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. Вот сюда. Не, вот сюда поставить просто и все. Зачем так близко типа? И все, да, и сидим в углу. А нам еще мы. Почему внизу терминал? Вот он. Терминал-то вот тут ряд. Да. Так, амапак по всем раздать. Причем, Сань, я бы сейчас сказал, что лучше себе не давай и дай Ване дважды. Он прям пустой. А мы сейчас, блин, сдохнем, как собаки позорные. Возможно. Так, а все помнят, где 158-я зона? А, на вот.
Ну вот здесь. Здесь, а да. Куда попасть? Алта. Потому что пацаны же не прекратятся. Вот здесь, вот здесь проход. Вот здесь. А, это не проход. А, вот здесь проход. Здесь. Вот. Вот. Вот здесь. Вот. Все, отлично. Все, и прыгаемся. Отлично. Запомнили. Ну да. Так, а потом нам нужно обратно подняться с этими батарейками. А на самом деле дальше недалеко идти. Нет, ты мне вот. Я сейчас отсюда, я не вижу, а как мы отсюда обратно спрыгнем? То есть банджи-джампинг, не факт, что сработает. Здесь? Подожди. Вот, кстати, если строго вот на эту штуку спрыгнуть, то все чики-пуки. Батарейкой ты просто... Не, так, я отступил. Смотрите. А, ну да, здесь можно повернуть. Типа вот здесь можно просто повернуть и все. Да. Не, Ваня прав. Здесь можно повернуть и все. И втопили. Почему вот здесь вот дверь закрыта? На карту посмотрите. Там два выбора было. Либо мы идем по этой вот, либо по этой. Нам как бы нам выгоднее вот эту сейчас. Давайте активируем ее. Да. Сейчас пойду активирую. Я заодно проскаучу, что там хохло. Давай. Как тут нормально вообще идти? Как туда вообще, типа? Через верх прокатит? А, вот, да, типа, вот она вот здесь, типа. Типа, вот так вот можно чуть спрыгнуть, вот здесь на лестнице, и вот здесь вот так пойти. И вот так вот открыть. Понял. Ваня, показывай. А, типа, ага. Да, и типа сюда вот так вот зайти. Вот там по лестнице чуть-чуть можно спрыгнуть. Ну, не да. Так, хотя если тебе не надамажилось, можно... Не, мне не надамажило. А, ну я прям на лестнице спрыгнул. И вот здесь вот так вот типа пойти, вот здесь сразу лестница, и вот там дальше. А где здесь проход, надо сейчас сразу посмотреть. Все. Вот, а, вот здесь, слышь, Мих, вот здесь сразу, вот здесь. Вот здесь сразу. То лох я прекрасно помню. Да. Типа, идти недалеко на самом деле. Вот единственная проблема, сколько здесь будет народа. Я тебе так скажу, он будет. Ой, все. Грустный пес. Да, на самом деле, если сейчас еще здесь тебя не будет, там такая габала. Ну да. Будем надеяться, что не будет. Зажимаем медипаки тогда, да? Так, на себя. Где там Сидор? На Сидора. Да. Надо два на каждого. Еще раз на себя, еще раз на Сидора. Все, прожался. Давайте. И бежимте так. А, чё? Да, сразу бежим. Но он везде. А, подожди. Нет, сначала терминальный должен быть. Окей, давай. Нажал. Ага, да, нет, сразу. Сразу. Все. Так, двое стоят с одной стороны, двое с другой. Давайте. Если что, кричите. Окей. Давайте. Я с пирощем сейвер откроем в ю. Вроде обычный. Зимой. Мы пока ничего не видим. Ну, пока так, по чуть-чуть. Окей. Если что, скажите, меняемся. Вообще, да, попахивает. Подойдите. Иди так назад. Ага. Тушня ты убил. Ага. Да, еще и дым поднимается. А, еще и дым поднимается, найс. Yes. Антидым есть у кого-то? Дайте под ноги. Да, сейчас кидаю. Кинул. Хорошо. Очень много на мне говна. Да, видим. Перезарядился. Если что, дыма, антидыма больше нету. Поэтому если что, кидайте кто-нибудь. У меня кончилась турель. Меняйте тогда. А, я поставил свою. Это пока мелочь. Сидор, подойди. Эй. Дайте турели работать. Да. Еще антидым дайте. Дайте еще, если есть. Нет дыма, понял.
выше демоне, да? Да. Печально. Как бы он нам будет чё? Ну, да, печально. Патроны кончаются. Прям жёстко. У меня патронов нет, хп нет, я как поджи. На дробаше еще 14. У меня 18 патронов осталось. Можно дым уйдет сейчас? Нет. Господи! Дым ушел? Да, дым ушел. Так а что у нас Патрика нет? Как? Ножи есть. Тот лег. Дорогу поднимается цикл. Да, задымление растет, написано слева. Я еще жив. Поднял пира. Поднимаю, давай. Да, блядь, чё не... Кто-то, блядь, рычевики, бан. Всё? Сбить турельку. Ага, выбрал. Так, теперь нам прямо. Да, бежим так-то за... аккумуляторами. А, кстати, уже пошло! Да, ребята, да, да. Там такая габелла. У нас нет ни одного дыма. Постараемся побыстрее. Блядь. Мы сейчас не найдём дыму нихера, по-моему. Не, ну этот дым чуть получше. Осматривайте всё чуть. Да. Нашёл одну батарейку. Беру её. Вдалеке ничего нету. Бегу назад. Так иди наверх тогда. Я нашёл. Не, ты не падаешь, поднимайте. Я взял батарейку. Пошёл. Типа на 100% инфекции ты на одном хп гоняешь. А? Да. Ну, по крайней мере, я так вижу. Ну, будем надеяться. Потому что у меня уже давно 100. Я как бы... На чили, на расслабоне. Ну идем тогда. Да, идем. Так, все идут? Да. Так. Да, за мной. Вот сюда, вот там лестница. Просто вниз. И еще раз просто вниз. Да. Так. Ага. Не прыгай, просто спустись и все. Ага. Так. Дальше здесь лестница вот сюда. Да, лестница наверх. И потом и вот, просто и вот назад, уже налево. Да, вот уже налево. И там дальше просто направо. Чуть-чуть. Вот, да, вот все здесь. Просто вот. Кашляют. Всем хуёво. Ну да, что делать. Так, вот сюда не вставили еще. Как вы это прогонит? Ну, вставляйте еще одну, пир сюда. Не, Мих, не тут. О, пустая горит. Ну, типа, третье спасение, да? Так, что дальше? Еще зомбаки попрут. Надо же. Сейчас... Да. Ты бил скан? Проверка безопасности. Я хрен его знаю, что это. Не, здесь спокойно. Почему? У меня показано, что у тебя вообще 20. Вот. Да. Так, ну-ка. Подожди. 10 осталось. Да. Все нормально. Так, вот оно, extraction point. Вау! Бежим. What the fuck? Ты в курсе, да, Вань? Да, бежим. Okay. На базу. Сейчас будут появляться мелкие. В терминале сейчас миг побежит. Нет. Нет, вроде. Летающие хуйни сзади.
Я бегу, Вань, строго за тобой. Да-да-да, там сейчас. Бежать. Это конец. Или нет? Нет, там будет командный чек. Бля. Сейчас в терминале будет выпускать команду мимо. Ты сам быстрее из нас. Увидишь там. С такой инфекцией я ни хрена не вижу. Вань, за тобой бежит, разорвись. Сзади пиздец, нам бей. Помогаем отстреливаться. Тебя положили? Да. И Миху тоже, походу. Да-да, на собой. Ну, блять, ладно, может попробуем. Но у меня патронов тоже ноль. Так если там командный чек, какой смысл? Да-да, посмотрим. Нет, но... А что делать? Включай в терминале. Комас включай. Ладно. А, все, я лег. Что делать, блядь? Я увидел там снизу длинную команду. Такое ощущение, как будто надо рестартить просто миссию. И чё, смысл какой? А из-за инфекции мы сосём пиздец, мне кажется. Не, давай так. Вот этот чек, это второй чек был. Перед заходом в третью зону. Подождите. А смотрите, если у нас есть Bulkhead Key, и мы знаем, что есть в Bulkhead, можно ли мы пройти Bulkhead, снять себя инфицирование и пойти сюда дальше? Там зомби, пиздец, надо будет зачистить. Да, да. Руками. Куча сталкеров и... Ну типа мы в прошлый раз вроде бы неплохо сделали. Ну вообще на самом деле Ваня прав. Ну, типа, это самое возможное, типа, там же было дофига амапаков, медипаков и... И там не то, чтобы было дофига, но там они были. Там дезинфекция была. Я... Да, чисти сейчас. Ну, типа... Балку чисти сейчас. Ну, типа, смотрите, у нас чекпоинт есть, правильно? Значит, нам не страшно. Типа... Ну да. Но мы всю дорогу шли в дыму, потому что легли. Да. То есть мы легли, там Ванька отстреливался. Если бы Ванька не отстреливался, типа, все было чики-бомбони. Там... Да, там вообще на изи. Чё? Не, смотрите. Не, лучше сейчас. Лучше сейчас. Подождите, больше. Хотя снять там всех убить, типа вот сейчас в обычном, потом просто пойти, вставить аккумулятор, не проходить чекпоинт, потому что газ пройдет. А хотя нет, стой, подожди. Это не чекпоинт был. Нет, там чекпоинт был. Ну, типа не чекпоинт, проверка была. Не проходить ее, типа, а пойти на Bulkhead. Ну да, тоже верно. Не-не-не, погнали зачистим балл. Сейчас, да. Ресурсы. Чё там у пацанов 20 минут прохождения занимало, а? Лошары, не то что мы уже. Блять, ну да, мы-то явные против, блять. Второй месяц проходим, да? Ну да. А, нам не сюда, нам немного в другую сторону, блять. Я тебе такое сказал. Ну типа мы же Bulkhead не вставили. А, да, его же поставить надо, точно. И он у Сани, по-моему. Да. Что Саня хотел сказать? Ну. Вот, слушай, этого я точно не могу сказать, я не знаю. Но даже если бесконечный, типа, если у нас будет лучше по хпшке, мы можем как бы идти спокойно принимать на ножи летающих отстреливать. Сюда, у меня есть. Там по Патрикам, смотря... Ну да. Больше зависимость от Патриков, чем там от... Да, мир сюда иди, здесь сейчас активировать надо будет. Там антидым уже есть, да, по-моему? Не факт. Не факт? Да. Ну вот два, это я точно помню. Наверное, эти дым найдем. А ты веника посвети. Ага. Прям тут. Давайте аккуратненько как-нибудь сейчас попробуем.
Да, тоже верно. У нас патронов столько нет. Стоп. Уже. Все, я лег. А, он, ну все, все, все. Все, ладно. А, ты че, хп-20 там, блядь. Да, 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 тебя типа плюнут и все, ты валился. А-ра-та-та-та-та. А давай, давай, черт с ним, давай еще раз просто вот так попробуем. Подсейвим ресурсы. Либо смотрите, ребят. А хотя, наверное, будет хреново, если мы вот после того, перед тем, как использовать этот терминал, пойдем в Bulkhead или нет. А вообще, в принципе, смысла туда ходить нет. Так, тут помните большие? Да-да-да. Выключите фонарик, блин, кто светит? Да вот хрен знает. Стоит он, блядь. Вроде стояли же. Берем сначала левого, а потом правого. Кто маленького берет? Стоп. Го. Добил. Может здесь? Теперь право, да. По широкой дуге. Готовы? Подойдите, подойдите, подойдите. Пошли. Ох, ёлк! Дабл килл! Ультра килл. Сука. Хорошо. Терминал вот рядом. Так, 20 хп тебя, блядь, любой чих убивает. Более большого. Не, большой он там до полтинника, по-моему, вырубал. Оп. Типа патрики тратить вообще не вариант. Более у меня их нету. А может просто запеним его? Хотя... Да не, не лучше. Не, не смысл. Стоп. Да, да, да. Тыкай, тыкай, тыкай! Положил, меня положил. Прикол делал, блядь, одним. Все, опять. Вау. Не, его если агришь, это вообще забей. Да, да, да. И мы всю дорогу повторяем. Точнее, тратим эти ссылки. Все меньше и меньше. Кажется, так здесь на чекпоинте. Давайте встать. По-моему, они не тратятся на чекпоинте. Тратится, тратится. Да? О. Ему, короче, надо сходу голову отбивать. Если сходу голову не отбиваешь, то все габело. По ноге бью, чтобы он застанился. Я в голову бил, но вот во второго я не попал. Но я попал во второй раз. Еще по второй ноге. Соп. Соп. Готов. Го. Да вот опять! Хорошо, хорошо, кто-то попал, молодцы. Молодцы. Снизу еще какой-нибудь урон. Стонал с первого раза. Тут кто-то есть. Колчок. Нет? Не знаю где. В смысле, ты шлепнул? Ну, одного убил, да. Здесь. Я думаю, про еще какого-то. А нет. Право беру.
типа, все. Это дальше, это дальше. Да. Амупак Б, медипак В. Заберите его. Смотри, блядь, показывай, профессионал. Изи. Нихуя себе. Вы чё, вы блядь махнулись? Я тебе говорю, перком бар. А, здесь же веники. Один, да? Угу. Давай большого вот этого запеним. Давай. Ну, на всякий случай, кого? На Верочку. Всё. Бить. Добил. Всё. Нет. По-моему. Мы тогда... Нет, мы в конце, по-моему, Но без веника. Веник уже был мертв. По-моему. А где он? Где веник? Есть пинг? Да. Давайте тогда большого убьем. Давайте большого тогда так же. Да, далеко. Че, готов? Да, го. Давайте. Мелкого. Хорошо. Отлично. Амапак внутри. И где-то должен быть веник. Поднять, вон. Юзать. Ага, вон он. Угу. Мих, юзай сразу. Ване, Сидору. И мне, наверное. Сначала веника? Не, стой. Брать, стой. Стой. Ну. Ваня, блядь, говорю, стой. А, ты... Так, сейчас, подожди. Ладно, похуй, и... давай. Что-то там. А, да, уже дали. Я себе уже союзал, вот только. Поздравляю, ты без патронов, Вань. Ладно. Тебе не нужны патроны, если у тебя есть семья. Ну. Блять, Ваня, блядь, спиной будет бегать. Ну, блядь, с кувалдой. Нет. Давай. Бейте. Че, есть здесь? Да. Вон там еще. Вот здесь еще. Снизу никого. Вверху один. Это большой. У меня на моем этаже. Блять, большой. Сагрился. Бля, меня просто харкнуло. Минус 2. Да он сдохнет. Еще есть мех. Да, я... Сразу. Да, перезаряд. Блядь, это большой! А, это еще большой! Беги, маленький мех. Я наверх бегу, резать. Попробуй, да, что-то кого-то. Да там лупит. Ударил какой-то. Сверху, урод. Интересно, но ноукнулся. Он фуловый. Беги, Сань. Типа
типа, если у тебя 15 хп, тогда, по-моему, даже мелкий может шотнуть, в зависимости от типа зомбоса. А если большой, то и подавно с любого чиха задует. Что слышите, тебя дал? О, нет. Знаете, у меня баг висит просто всю дорогу. Что за это? Это начать проверку безопасности? Да, он не у меня одного, да? Да. Я уже перестал обращать на него внимание. Так. Блять, вот эти вот аккумуляторы притащить легко, вот эти вот врата пройти тяжело. Все ушли, да? Я тут. А, ты тут. Я потому что Сидор пошел покурить. Типа нам, типа, на одно место надо ставить две турели, типа, и отстреливаться так, как пусть знает. Не, ну этих надо на ножи брать. Я имею в виду тогда, когда терминал запускаем. Ну они что-то с одной стороны перли, кстати. Ну да. Да, они потоли прям всю дорогу. Значит, будем оттуда, значит, стреливать. Ставим там две турели. Сать хоть быстренько. Давай, сходи. Че, дурак? Да. Сейчас там Миха сыт. На пустыню. Но если сразу, ну типа, если не обращать внимания, они же там долго бегут, то в принципе большой. Единственное, если у нас будет большое количество патронов и. Посмотри, там в чем прикол. Варп активируется, правильно? Нас спускают в пустыню. Мы бежим до коллектора, ну вот этого вот места, до терминала. Миха активирует терминал, да, команду. Там командный, ну вот это срабатывает командный чекпоинт. Ну не командный чекпоинт, а командная вот эта вот хуйня проверка. Варп-врата срабатывают снова и отправляют нас назад. Вот, но, типа, прикол в том, что это не один раз будет. В смысле? Да, то есть нам нас же сюда отправили починить варп-врата. Первый раз мы координируем, а второй раз, типа, чиним полностью. Звучит, как будто мы это не пройдем никогда. Ну да. Верно. Что-то мне подсказывает, что там турели не поставишь. Турели? Хотя нет, турели можно. Ставить можно. Типа,
И оно останется там. А тебя вроде понёс. О, вот, кстати, да, я сама не успею, наверное, они там останутся. Ну шо? Стоп, а? Стой, стой. Ладно. Таня, берёшь маленького, стоп. Да-да-да. Пошли. Блять, изверги. Молодцы мои мальчики. Мясники, блять. Это где? Кто? Убили. Вверху урод был. Сверху. Снеси его, Мик. Сидишь. Снизу никого не было, да? Брали. Снизу вроде никого. А где там был кто-то? Ага. Там еще дальше, по-моему, 2 или 3, да? Вот, да, здесь. Двое. Не, вот здесь двое. Да, веник следующий. Я его. Хорошо. Заберите мини-пак, то пустой. Ага. Не знаю, нахера он нам. 4. Ну я ж ношу. Как люблю носить будем, блядь. Ну. Вот. Ага. Вы ничего не слышали? Я слышу. Стук. У меня 20-ка. Не, тебя надо, да, надо прям хорошо. Так, сейчас опять пеним вот это вот здорового, который здесь, да? Ура, ты! Сколько не хватило? Убиваюсь. Добил. Как не хватило, ты там выплюнул. Ну, я столько выплюнул у него, как не хватало. Так, у меня осталось 12, не знаю, хватит на веника. Я маленького пока заберу. Стоп! Давай. Собрал. Ага. Тик-такля торчит. Да-да-да. И куда он идет? Назад. А, он идет назад. От нас. Гоу? Подожди. А, иди. Не, он здесь, вон. Ну да, что тут шарик. Воу, плюнул. Ага. Не достают. Да, вроде как. О, смотри. Достал до большого. И куда он дальше идет? Нет, дальше. Побольше. А зачем? Может на этого? Хотя... Большого, берем большого. Давай. Все. Да. Тогда давайте это. Амапаки тогда берите там, если они здесь. На нас идет. Это. Нет. Пошел, выложился. Я вижу тентаклю. Куда он? Мам. Давай, Вань. Да. Минус голова. Все. Заберите амапак. Угу. Давай, Мих, тогда юзай, там дальше сокрыть. Раз на Ваню, раз на Саню, раз на меня. Да. Стойте, пожалуйста, блядь. Даю. Да, да, да. Один в себя в тот раз кинул. Ты сейчас себя один раз закинул. Теперь я пустой. Да вообще? А, ну... Да. Вот
Там наверху большой один был. Дальний который. Но пена у меня больше нет. Да, дальше-то короче. Вынеси тогда этого. И вот здесь, по-моему, да, где-то? Вон, вон, вон. Да, да. Я вижу, вот. Вон. Подцепили. Ага. Тихо-тихо-тихо. Че, так же так, как со всеми большими? Голова, потом и все остальное. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, пошли, пошли, пошли. Голову не взял. Голову не взял. Все, убили. Голова, у тебя пушка. Ну это допинали, а вот тут на всякий пожар. Я пару раз знаю. Мы там по лесенке говно не видим? Не знаю. Хотя мы и так в говне. Бил. Большой. Найпи, 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 найпи. Меня положил, меня положил. Добил. Добил, добил. Поднимать. Поднимайте. Тот. Я тебе говорю, как-то кучеряво работает, если типа двое рядом лежат. Есть еще, Сань? Вот. Пенная граната, две штуки. Да. Берем. Я одну взял. Я мину. Там еще одна есть. Нашел. А, антидым, да. Антидым лучше взять. Есть здесь еще антидым, интересно. Да, это проход 155. А, он тут один, заебись. Да. А есть, у нас есть в других локах антидымы? Не, я уже не знаю. Да не, мы взяли. Ну что, все, висосом. У нас то, что было, мы в первой, блядь, локации, по-моему, потратили. Когда с этим ключом полкачественно. Распылитель. И она не разбивается. Она, нихуя. Еще локеров нету, посмотри, как там терминал их. А во, 154 нету, 155 есть. Локеров, локеров. Нету? Так он все равно их покажет. Он те подсвечивает. Майк. Хорошо. Кажется, или... Или, а, это он так сдох. Ты веномов не видишь? Здесь же веномов не было вроде. Вот я не помню. Стоп, где-то. Здесь большие были в большом количестве. А, это снизу, по-моему. Кто это туда качается? Прям снизу меня большой и большой стрелок. Так хреново. Как мы в прошлый раз зачистили так? А, да, точно, вспомнил. Ну, нахуя. Я же там потом последний остался, да? Привет. Все, идите. Так. И как мы их убивать будем? Не знаю. Они близко стоят друг к другу? Они стоят в полуметре друг от друга. Бля. Стоп. Го. Подожди, подожди, подожди. Идите, идите, идите. Го, я имею в виду, идите. Ну, двое на одного, двое на другого нападают. А, типа. Я дальнего возьму тогда. Стоп, 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 стоп. Стойте, стойте. Я беру с Ваней дальнего. Го. На него бы жив, 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 жив. Чё, убил. Толкнуло, меня толкнуло. Меня тоже толкнуло. Блять.
Да. Мы долго ковыряем, да. Тут еще один большой. Давай, Вань, верим в тебя. У тебя там патроны есть, все дела. Пистолет большого калибра, давай. Достань пак, покажи им. Может сработает. Минус большой. Да, 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 пока. Хорошо идешь. Давай, давай. Минус дальник. Я не слышу рядом никого. Я тоже никого не слышу. Только очень аккуратно, иди к нам. Все. Да я, по-моему, всегда трачу другие патронов. Тихо, у нас перезаряженный вообще. Стреляй, перестреляй. Так. Какой раз, четвертый или пятый? Ох, что эти школьники со своей реакцией. О, блядь. Так, Вань, сам видишь кого-то? Вообще, по-моему, лока, да, такая была, типа, не сильно много. Мы охерели вот с этих больших, да? Да. Большие, конечно. Есть что? Есть вообще? Есть, давай. Медик пак на 2. У меня тоже есть одна. Есть 150. Амапак, медипак, два медипака. Где? Медипак. 636. Да, ама делай. Давай. Амапак. Блять, найти бы еще 364. Полрефил на раз. Да в жопу эту пену, давайте меня еще зарядим. Да, раз. Да. Жопу пену. Какой амапак? Это амапак? Да, да. Еще раз. Да. Можно вверх нажать, вам последняя да, команда. Да. Как тут, блядь, наверх-то? Хуя не видно просто, блядь. Классные глюки, да? Да. Че, нашли, да? Нет. Блин. Тут это гребаные катакомбы. Ну, я по крайней мере понял где. Вот Саня в сторону прям. А сколько он там? На 4. На Миху нажми. А у меня по 80. На себя жми. Будешь сотку. Угу. У тебя нормальная тема. Так а чё, смысл по разу, братан, здесь? Смысла по разу вообще нет заматываться. Нет, были, я не спорю, но мы на изи их тянули. Они все шли с одной стороны, да, и нормально все было. Типа помажешься и без толку, грубо говоря, будет. А вот амапаки обязательно надо. Один мне, один себе, один Ване. И... Да, размажем маму и все. Себя на раз. А, бегу. Да, здесь. И Вань еще раз на раз. Либо Михи на раз. Подожди, лучше мне, наверное, на самом деле, с дробовиком. Потому что дробовик, он хорошо работает по массе. И у него как бы патронов нормально. Ты раз заряжаешь, мне плюс полная обойма, 14 патронов. Да, это просто. Дунул, плюнул. Так оно же, понимаешь, оно быстро закончится. Вот в чем прикол. Что она же сжирает. Так, ну что, ставим прям тут. Просто, блин. Ну оттуда, по-моему, так кто ни разу не пришел. Не было, да. Куда не было. Но надо чекать, блин.
Так, ну а мопатов у нас больше нет, да? Ай, ничего, у всех в итоге медик-паки, да? Да. Ну, если, типа, пиздюлину получите в процессе, можете, типа, в процессе. Ну, типа, да, на самом деле. Как бы так. Ну, там, правда, есть такой вариант, что ты после первой же пиздюлины ложишься. Ложим. Ну давайте на раз прожмемся, но только не со старта. Только не со старта. Ща, подождите пока. Да, на себе. Да, бегут уже. Базу минус один. Станьте прям, да, с этого ума. Давай. Харкают слева аккуратно. Да, слева снизу. Через забор простреливают. Ай-яй-яй, много. Подымай, давай. Проверка не идет. Прожмись. Я тоже хаву одну. Закончился антидым. Ага. Сейчас будет плохо, парни. Давай, тиристочку. Давай, отлично. Первый 88. Очень много идет. Да, Михина. Моя не стреляет. Это только плод. Да. Давай. Минус. Там снизу какой-то говна кусок. Да. Стреляющий. Еще бегут. Ой, много. Ручками. Как дела? Нормально? Заебись, ладно. Все, погнали тогда. Так, ну что? С патронами в целом только у Михи есть. На винтовке. У меня один патрон, я могу выстрелить в висок. Так, оно поднимается, бежать. Где? Быстрей. Да хрен с ним, да. Да, уже. Все равно неприятно. Вот одна батарейка справа. Да, взял. Нет, я листовал зону. Батареечки.
Где еще одна? Подняли? Сколько батареек? У кого? У меня одна. Я не вижу вторую батарейку. Я тоже не вижу. Где вы ее находили в прошлый раз? Это артефакт нашел. Блять, ну это... Все, бежим. Все. На пол. Так, вот здесь там вверх надо. Дети, дети. Сюда. А все равно не сдохнешь. У меня и так 99. Ну. Так, я одну вставлю или нет? Так а чё? Ага. Вставляйте. Ну, типа, а чё, подожди, чё ты хочешь еще найти? Не, братан, мы спылесосили все зоны, я тебе так скажу. Я ж всегда это... Подожди, Миш, пока не клади. Дымку ушел. Дым ушел. Да, не клади. Дым ушел. Хорошо. Сейчас мы. Ладно, чтоб дальше не поднимался. Да, булку нет. Ну вот только там осталось что-то, и то, блядь. Да. О. Да. Да. А булки пиздюли, а что? Не получить пиздюли, нужны патроны, а патронов нет. Единственный шанс, это типа сейчас прожаться и бежать просто до терминала. Давай, Мик. Давай, Мик, все рано, сейчас. В процессе бега, мне кажется, или нет? Ира нормально не вижу. Давай. Мы лезли в 150-ю зону? Да. Пожалуйста. 150 это там, где мы балкхед забрали. Да? Да. А что там? Там лежит медипак и амапак. О, забирай. Идем дальше, 151. Так, что не то? 152. А мы там можем все зачистить, но я имею в виду мобов. Хорошо тогда. 150 лежит мини-пак, амапак. Ведите. Ну, побежали где тогда. А где это что-то? Ну, это у меня здесь. Я просто не помню, 150, 151 помню. Сто 44. Ну туда пришел. Ага. Потому что мы туда как раз взяли балкхед. И все, это. Да. А, и бежали, блять, тачка капала в дыму. Бля, у меня лагает, вот, знаете, типа, то, что мы там чекпоинт, ну, не чекпоинт, а проверку проходим. Если вы подойдете, вы, наверное, тем, у кого лагает, типа, не знаю. Там проверка есть? Здесь проверка. Типа, здесь чекпоинт. Ну, не чекпоинт, а проверка идет. От этого первого терминала. Оплюсь? Нет, ну, подойди, посмотри. Да. Да, я вижу. Да, я бы не хотел бы. Вот, чувак, мы на самом деле очень долго прошли. Да, да, да. Так что давай потом как-нибудь это проверим. Если получится. Так, Ваня, ты как пробежал?
В смысле, как пробежал? Ля. Да, или... Проверка началась. Ну. Ты далеко, видимо, поэтому... Да, это у нас тоже. Это баг какой-то был. Анна, блядь, амапак не пингуется. Он очень часто, блядь, сигнализируется, но не пингуется. Либо у вас просто рядом нет, либо что. Превышен чё, интервал ожидания? Я здесь. Превышен интервал ожидания, блядь, походу нам... Это вот, кстати, по-моему, тот самый амапак, который мы так и типа не нашли здесь. А, который нашёванный в стене где-то был. Да-да-да, это он самый. Ой, бля. А вообще... Да, но он куда-то в стену. Там-то и дело. Ну. Давай ещё раз. Давай. А медик пак здесь. То, чтобы он был нам нужен, сейчас нам бы... Да. Пенная граната. Вот он показывает, что он есть, короче, где-то вот вообще вот там. Давай, а ради интереса. А он в стену пингуется опять. Да, он тебя туда ведет. Вот сюда. Либо это просто вот сюда здесь большая такая, типа, помните же? Балкхед здесь такой большая. Может, да, либо балкхед. Балкхед это 302 или 303, нет? Ну да, но так и это не 150-то. Сту, блядь, ваш говнопаки. Ну, короче, вот идите туда кто-то. Уже бы фиденули, пускай, блядь, как нормальные пацаны. Хотим с патронами фидануть в Вальгалу. Ну. Вальгалу, лимите там, патронам дают. Вон, Мирича 66, штурмовая винтовка, вот, блядь. Кстати, да, Миха единственный, блядь, с патронами такой. Блядь, Мих, чё за хуйня, откуда? Ты какую жопу продал, чтобы, блядь, взять? А мне кажется, там отстреливаться не вариант, там надо типа бежать. Ну, там надо что-то еще делать. Потому что я вбил там команды, и что-то там какая-то длинная команда. Да-да-да-да-да. А она еще снизу, ты ее через очко будешь видеть. Да. Я готов, да. Фингуй еще раз. Да, ты еще далеко. Вот. Сейчас. Оп! Значит, ты не дошел? Давай. То есть, если ты сейчас говоришь мне, что она не у тебя рядом, а еще дальше. Пингую. Она долго пингуется. No. Давай. Пошел. Сейчас будет. Оп. Да ладно! На два раза? Хорошо! 50, хорошо, блядь. Мальчики! 51, блядь, понятно. Пошла жара. Да в жопу этот медпак, его уже смотреть не будем. Он тебе как бы это... Плохо не даст. Да насрать, да. Отлично, у нас есть амапак. Ебой. Ебой. Найс баг, кстати. 150-я зона, пацаны, проверяйте. Блядь. Я так далеко не бегал до 150-й зоны, знаю, что она находится на 150-й.
Фабрик, я за тобой, если чё. Я не особо шарю, но дорога кажется верной. Все, мы вышли в центр. Джампинг! Ага. Недостаточно паркур. Не, ну... Нашли аммапак. Нихуя. Заряжай меня, Сидор. Кого? Кого заряжать будем? Всех, кроме Михи. Понял. А, подожди. Бля. О. Карабине? Просто показывай карабине, что у тебя. Так, перезаряжаюсь. Ну, типа того. Было бы что, обмазывать? Масс один. А, три. Масс два, до три мидпака. Ощутимо. Я не сразу на себя заезжаю, я не вижу смысла сразу ездить. Ну да. Да мы сказали ему, обмазывать, ему... я думаю, блять, обмазываться. Все, 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 про эту. Ставим, вставляем. Катя. Диана. А вот тогда, кого? Не, стойте на месте. А вы думаете, это поможет, блядь? Ну да. Ну нам сюда. Давайте. Ну давай, сюда, пацан. Сюда? Сюда. Сюда? А, белоска. Да, убежал, блядь. Я забыл, что он здесь есть. Простите. Ну и сейчас варп-рота активируется. Да. Попили. Да, ну, сейчас, по крайней мере, с патронами чуть получше. Ну да, да, да. Бежать? Нет, то, что близко. Оп, все, топили. Ладно. Да. Последний тот лох. Бегут. А, бежим просто. Тоже. Ну, а у нас во турели что-нибудь есть, может? Турель попробуем. Хотя. Не знаю. Да. Блять, не в жопу. Типа лох прилетел. Опа, блять. Пацаны, там такая габала сзади. Ай, блядь. А я не стреляю. Это я. Это я первым шел. Ой-ой, меня положили. Меня положили. Мне тоже. Саня, отстреливаем. Там какие-то другие. А что делать с большими? Да. Ну. У вас бустит армированные, блядь, медузы. Какие там такие бустит? Нет! Я не могу ее здесь поставить, чё? Здесь ставят. Если долго бежишь, пульс повышается, и ты медленно бежишь. Да. А может... Да, надо просто забить. Просто забить и идти заново и делать нормально. Нормально дело, нормально будет. Там как бы это. Да, уже что-то в тильте, по-моему. Пердак один, да, пока хватит. 50% артефакт. 67. Мально. Так высоко еще не было. Почти топ-1, пацаны. Хорошо идем. Сколько? 84 было? Ну вот как.